Безпечне місце? Ви знаєте, навірно, ні. Чому? Тому що повипускали дуже багато людей. Ви знаєте, з міста лишення свободи дуже багато, я дивлюся, бомжів розвелися. Ті, що з тюрми поприходили, їм жити нема де. Ось вони ходять під домами, стараються, що то де-то. Так, я вважаю його безпечним містом. Тут є світофори, право, лежачі поліцейські, тут дуже безпечно пересуватися. Безпечно, звісно. Ну, як вам об'яснити? Я навіть не знаю, що вам сказати. Ну, що саме робить його безпечним? Люди, поліція у нас хорошо працює. Умірено, середньо. Середньо я не такий. Як вам сказати? Треба просто ночі пройти, і воно все покаже. Да, я считаю, что наш город безопасный, потому что нас охраняет самая лучшая милиция в мире. Здесь лучше. Там, где мы живем, там гораздо хуже. Новый Буг Николаевской области. У нас есть с чем сравнить. Это зависит от района. В некоторых районах небезопасно ночью ходить. Да, безопасный город, потому что здесь можно днем и ночью ходить без охраны. У нас хорошие ребята работают в полиции. Да, я считаю. Мне тут комфортно, это мой город, я тут родилась, я тут живу. Мне тут комфортно, я ничего не боюсь. Как вам сказать, не очень-то безопасно. Почему? Наркоманов много, пьяниц. Вообще я самый взрывоопасный в этом вопросе. Понимаете, полностью безопасностью себя нельзя нигде чувствовать. Наверное, все-таки не совсем безопасно. Может быть, наше равнодушие тоже содействует тому, что не всегда мы себя чувствуем комфортно и безопасно. Безопасно, конечно. Здесь самые дружелюбные, миролюбивые этот, народы живут, интернациональные. Да. Это самое. Много новых органов, которые занимаются охраной людей, общественного порядка. Более-менее нормально. Рэкета 90-х нет. Я считаю, что безопасные только определенные конкретные улицы, на которых проживают, знаете, люди, которые имеют какую-то власть или имеют деньги. В принципе, да, чувствую. Но очень часто мужчины пытаются как-то проявлять знаки внимания на улице, но открыто никто не пристает никогда. Так что, в принципе, да, безопасно. Нет, не считаю. Меня тут бутылкой по голове, кстати, ударили вот на днях, вот просто ни за что. Я себя ощущаю в безопасности. За счет чего? За счет кого? Я просто верующий. Вот я в безопасности, потому что я на Бога надеюсь. Добрий вечір, шановні миколаївці, добрий вечір, шановні експерти, шановні гості, усі, хто зібрався з нас у студії, для того, щоб поговорити, як ви вже зрозуміли з нашого опитування, про те, чи є Миколаїв небезпечним, чи наскільки це небезпечне місто. Справа в тім, що нещодавно з'явилися рейтинги, згідно з якими Миколаїв потрапив, якщо не помиляюся, у п'ятірку найбільш небезпечних міст України. Справді, з одного боку, ми бачимо переможні реляції, скажімо, обласного прокурора, керівників Миколаївської міліції про те, що у нас зростає розкриття, рівень розкриття злочинів, що у нас ловлять злочинців. З іншого, ми бачимо машини, які горять, ми бачимо людей, в яких стріляють, в яких кидають гранати тощо. І з іншого, знову ж таки, зовсім несподіваного для мене, як для журналіста боку, люди, яких ми опитуємо на вулицях, кажуть, що вони почуваються тут досить безпечно. Отже, яким є місто Миколаїв? У нас, як завжди, в гостях дуже поважні, дуже компетентні експерти. І я дуже вдячний, що вони знайшли час до нас прийти, бо справді розумію, що це досить важко зараз саме для людей на цих посадах. Втім, вони з нами, вони готові відповідати на ваші запитання. За півгодини ви побачите на екранах своїх телевізорів телефон прямого зв'язку і зможете нас набрати
і приєднатися до нашої дискусії, або ж вже зараз ви можете писати нам на мені на Фейсбуці у моєму особисті повідомлення, можете писати на нашій сторінці, де також іде трансляція на Фейсбуці, можете зайти на наш сайт МТРК ТВ, там то також іде трансляція. Отже, за допомогою будь-яких сучасних засобів комунікації ви можете бути разом з нами. Будь ласка, приєднуйтесь і не перемикайтесь. А я з задоволенням представляю наших гостей. Це Максим Володимирович Ахрамєєв, керівник патрульної служби у місті Миколаїв. Будь ласка, візитівку. Максим Ахрамєєв, лейтенант поліції, керівник патрульної служби міста Миколаєва. Киянин. Після старту патрульної поліції в столиці очолював 3-ю роту 2-го батальйону. Саме Максим Володимирович зачитував присягу, яку приймали миколаївські патрульні. «Я прийшов до патрульної поліції, щоб змінити наше майбутнє на краще». З таким гаслом наш гість розпочав роботу патрульного у Києві. В'ячеслав Валентинович Бонь, перший заступник голови Миколаївської обласної держадміністрації. Будь ласка, візитівку. В'ячеслав Бонь – перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації, уродженець нашого міста. З 2014 року – депутат обласної ради. З листопада 2015 року – заступник голови Миколаївської облдержадміністрації з питань фінансів, розвитку та агропромислового комплексу. Тимчасово виконував обов'язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації. І Юрій Петрович Ніколаєнко, старший інспектор з контролю за обігом зброї сектору превенції заводського відділку поліції в Миколаївській області. Будь ласка. Юрій Петрович Ніколаєнко, старший інспектор з контролю за обігом зброї сектору превенції заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. В правоохоронній системі працює з 1997 року, в дозвільній – майже 10 років. Переконаний, що зброя відноситься до категорії високого рівня небезпеки і стверджує, якщо на сцені є рушниця, вона обов'язково може вистрелити в продаж п'єси. Отже, наші гості представлені, наші експерти, які, повірте, не менш компетентні і не гірше за наших гостей, знаються на предметі сьогоднішньої розмови, вони представляться трохи згодом, коли приєднаються до нашої дискусії. А зараз я вже за традицією пропоную нашим гостям по хвилині для того, щоб визначитися з найбільш важливими з їх точки зору тезами, про які ми просто обов'язково маємо сьогодні поговорити. Ну, ось, я думаю, В'ячеслав Валентинович і почне. Будь ласка. Ви знаєте, я навіть не буду використовувати вначале свою минуту, сосредоточуюсь все-таки на дискусії в середині передачі і думаю, буде що сказати по її завершенню. Ну, взагалі, хочу сказати, що при оцінці любого фактора, і в тому числі такого фактора, як безпечність, да, существує суб'єктивна сторона. Вірніше, существує об'єктивна сторона, тобто реальні факти, реальні цифри, да, і существує суб'єктивна сторона, це те, як ми це сприймаємо. И, наверное, в ходе этой передачи, ну, наша задача есть в том, чтобы понять, где есть субъективная сторона, где есть объективная, где реальная проблема, где какие-то реальные страшилки. Поэтому я очень надеюсь, что в ходе этой передачи мы приблизимся к этому пониманию. Дякую. І, Юрію Петровичу, дуже добре вас представили у цій візитівці. Справа в тім, що ми хотіли підготувати сюжет про те, як... Досить проста процедура отримання зброї для багатьох категорій громадян. Як відбувається на тій криміногенній ситуації, яка є зараз у Миколаївській області? Адже ось і Максима Барашова, Дениса Барашковського, який став просто, так би мовити, героєм останньої пригоди, про яку вже знає вся Україна, також підстрелили саме з такої травматичної зброї, втім її тримали в руках колишні злочинці, які, як за їх твердженням, якраз їхали провідати на одну з миколаївських зон свого товариша. Отже, чи справді якось, з іншого боку, є така досить активна зараз дискусія, що саме на наявність зброї у руках доброчесних громадян може втримати злочинців. Отже, будь ласка, я думаю, що вам як фахівцю і слово. Будь ласка. Ну, прежде всього, хотілося б сказати,
про такой фактор, как безопасность. В моем понимании безопасность – это гарантия жизнедеятельности человека. То бишь, когда есть безопасность, люди могут жить, развиваться, растить своих детей, передавать им опыт свой, ну и осуществлять свои мечты. Обеспечение безопасности занимаются силовые структуры. Это и органы полиции, и служба безопасности Украины. Ну, самый большой вклад, наверное, все-таки будет от нас, простых граждан, чтобы мы не безразличны были к этой проблеме, вовремя информированы органы полиции там, или компетентных органов на всякие вот эти вот случаи, которые бывают у нас с использованием оружия, тем более не зарегистрированным. На протяжении апреля месяца проходило такое мероприятие, необходимое нашему городу и в целом Украине, как добровольный месячник сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Показатели есть, и они довольно-таки высокие по сравнению с концом 2016 года. Такое же мероприятие было проведено в ноябре месяце. То есть получается, что наша работа не зря проходит. Население более ответственно уже стало относиться к этой проблеме. И как бы подытожить это все можно тем, что мы идем все-таки в правильном направлении, как можно больше усилий направлять на безопасность. Дякую. І Максим Володимирович, я бачив, що записував, саме тому слово даю йому останнім. Думаю, що ви вже встигли записати те, що хотіли сказати. Будь ласка. Так, поки я смотрел інтерв'ю, яке ви брали на вулицях, так були там пару питань, які мені дійсно понравилось. Що таке безопасність? Безопасність – це, ну, от як чувство дома. Каждый человек себя чувствует дома комфортно и, ну, в чувстве спокойствия. Вот хотелось бы, чтобы у всех граждан было такое же самое чувство, пребывая на улицах и на дорогах города. Чувство комфорта и спокойствия. Но так же самое, там вот одна женщина в интервью сказала, что не всегда, не только правоохранительные органы, но и люди тоже должны создавать это чувство комфорта и спокойствия в городе. И вот еще такая же фраза прозвучала – равнодушие некоторых граждан. Это порождает так же самое преступления, какие-то правонарушения на улицах. Поэтому хотелось бы, чтобы все старались на одно общее благо. На благо комфорта и спокойствия в городе. Дякую. І я думаю, що саме зараз саме час дати нам в ефір сюжет, який називається з певною долею іронії «Ефективні зміни». Давайте подивимось. Одним з найважливіших питань у всі часи залишається безпека власного життя та здоров'я. Напевно, всім хочеться, щоб в будь-якому закутку рідного міста панували мир та спокій. Щоб можна було, наприклад, спокійно відпускати дітей гуляти навіть до пізнього вечора. Взагалі, ступень захищеності людей слід ототожнювати з рівнем компетентності влади. У нас вона давно викликає питання. За Миколаєвом ще з 90-х років тягнеться неприємний шлейф слави одного з найкримінальніших міст України, де вся влада сконцентрована в руках місцевих авторитетів. А органи самоврядування існують лише в вигляді декорацій. Минуло багато часу, зникло чимало кримінальних структур. Та легше жити, здається, не стало. Генеральний прокурор України Юрій Луценко в липні минулого року визнав, що в нашому місті існує багато проблем із криміналом і призначив у Миколаївську область нового прокурора Тараса Дунаса. До тих пір, поки слово «мультик» в цьому місті, в цій області викликає не спогади про мультфільми, а спогади про АПЕ і трупи, прокуратура не справляється з блокадною заданням. Я зустрілися. Невдовзі після цих заяв згадували Миколаївщину незлим тихим і на засіданні Кабінету міністрів України. По Миколаївській області хотів би окремо зупинитися, з вашого дозволу. У нас ситуація там дійсно трагічна. Я був двічі в цій області, ми виїжджали спільно з Укравтодором. Там відбулося якесь таке дивне зрощення політикуму з криміналітетом, але держава чітко має показати, що вона господар в країні. Тобто ці речі неприпустимі, коли впливають на керівника Укравтодору з погрозами, там, на міністра, на виконавчу владу. А це хто у нас такий сміливий там?
Ну, там показують якісь там мультики, там ще щось, якісь Іспанії розказують, не знаю, скажіть, мені важко, це окремо без правоохоронними органами проговоримо. Я перший раз про це чую. Словом, говорили багато, а віси нині тут. Зате радує око статистика, а як же? У першому кварталі 2017 року Миколаївщина посіла друге місце по Україні щодо розкриття злочинів минулих років. Кількість особливо тяжких правопорушень зменшилась на 53%, вбивств – на 57%, а вчинених тяжких тілесних ушкоджень – на 62%. Рівень злочинності на 10 тисяч населення зменшився майже на 10%. На перший погляд може здатися, що скоро місто буде очищене від кримінальних структур і стане цілком безпечним. Але це лише при поверхневому погляді. Достатньо згадати, як 25 серпня 2016 року відбувся замах на життя відомого бізнесмена Дмитра Макса, чи обстріл поліцейських охорони, який влаштували двоє невідомих осіб у жовтні того ж року. Або розгнаний напад на суспільного активіста Дениса Барашковського, який 12 квітня отримав поранення руки та лопатки. Розбірки продовжуються, супроводжуючись пострілами. Люди гинуть, а жодне кримінальне провадження так і не доведено до суду і справедливого покарання для реально винних. 25 квітня 2017 року відбулася колегія МВС, на якій прем'єр-міністр України Володимир Гройсман окреслив вимоги до місцевих керівників правопорядку. Він чітко дав зрозуміти, що після першого півріччя будуть відбуватися підсумки роботи, за результатами яких очільники Нацполіції у трьох областях-аутсайдерах почують фразу «до побачення». Можливо, так воно й буде. Вкотре хочеться сподіватися, що сказане стане поштовхом для людей, які відповідальні за наш спокій, а боротьба із злочинністю принесе більш конкретні результати. Бо чомусь дуже не хочеться повертатись у 90-ті. Отже, не знаю, як вам, шановні глядачі, шановні гості нашої студії, але мені здається, що всі ці такі гучні погрози, заяви, все це така собі гра, у якій кожен знає, яка йому відведена роль. Ну, генеральний прокурор має казати правильні фрази. Обласний прокурор має потупити очі, сказати так, звичайно. Втім, нічого не має відбуватися. Адже я не можу собі уявити, що така особа, як генеральний прокурор, дає завдання обласному прокурору знайти та привести, так би мовити, у відповідність до чинного законодавства ситуацію з кримінальним авторитетом, якого, до речі, миколаївський мер вважає просто бізнесменом сумнівним минулим. А втім, насправді не відбувається, не просто нічого не відбувається. Відбувається заява про те, що виявляється знищені, якимось дивним чином зникли усі оперативні справи щодо цієї особи. Втім, ніхто не несе покарання. Ми не знаємо. Кожного разу, коли ми питаємо прокурора, він каже, ведеться слідство, ми зараз розбираємося, вже скільки часу минуло, нічого. З іншого боку, ми знаємо, що судимість, кримінальне минуле, кримінальне навіть сьогодення не заважає певним особам навіть представляти миколаївську громаду у радах різного рівня. Ми знаємо про пана Каражея, по якому, наскільки я знаю, що не закрита досі справа по хабарю. Ми знаємо, як потрапив під амністію пан Солтіс, який побив оператора одного з центральних каналів та забрав у нього камеру, коли той знімав, як в магазині пана Солтіса продають спиртне неповнолітнім, втім, це не завадило йому стати депутатом міської ради, тощо. Отже, таких випадків багато, і тому я не знаю, де там справді відбуваються зміни. Здавалося б, після такого обговорення на такому рівні щось мало б відбутися. Втім, щось не видно. З іншого боку, я можу помилятися, це може бути виключно моя суб'єктивна думка, оскільки наші миколаївці кажуть, що все гаразд, і повірте, знову ж таки, як я завжди кажу, це, звичайно, не може бути репрезентативним опитуванням, втім, ми нічого не підтасовуємо, що бачимо, те і показуємо. А я хотів би спитати Максима Геннадійовича Коваленка, заступника начальника управління поліції охорони Миколаївської області. Скажіть, будь ласка, вам, як нікому, звичайно, як і поліції також, доводиться стикатися ось з тими проявами кримінальної ситуації, яка відбувається у Миколаєві. Звичайно, що ви маєте справу не з карманниками, не з кишеньковими злодіями, не з валючиками, тим більше, що це зараз вже взагалі не є кримінальною статтєю, а справді з тими, хто скоює важкі злочини. То ось, що на вашу думку, змінилося, змінюється і чи зміниться колись? Будь ласка. Так.
первую очередь хотел бы сказать, что полиция охраны входит в систему единой дислокации национальной полиции. И мы будем говорить, не оперативная служба, ну, не можем, как говорится, так сильно реагировать на злочины. Но в межах своей компетенции мы хочемо допомогти гражданам, а допомогу ми лише можемо оказати таким способом, як є така програма, як у встановлення кнопок громадського застосування в громадських місцях. На сьогоднішній час, як в Миколаєві, так і в області, близько 500 є таких, ну, у нас укладено договорів з замовниками послуг охорони. І люди можуть, прості граждани, скористатися даною послугою. Тобто, якщо їм загрожує небезпека, вони можуть, ну, викликати поліцію. Я, ну, покажу, як виглядить цей терміновий виклик поліції. Це от такі, ну, інформаційні стікери знаходяться на магазинах. І в основному ми їх встановлюємо на об'єктах торгівлі, розважальних закладах. І случаї бувають, що ми задержуємо. Я, якщо можна, доведу небольшу статистику. Будь ласка, ми ж саме про це і хотіли почути. Да, за 4 місяці був виїзд 9800 виїздів груп реагування. Задержано правонарушителей 163 человека. Это на все. А на тревожные кнопки 1300. И задержали 78 человек. Ой, извините, я волнуюсь. Первый раз, я прошу прощения. Да. И мы стараемся, конечно, в кратчайшее время приезжать на вызовы граждан. Если у нас что-то не получается, мы обязательно обращаемся в помощь патрульной полиции и взаимодействуем. То есть мы стараемся просто поддерживать охрану города, ну, будем говорить, не в такой большой, ну, компетенции, как вся полиция. Дякую. Максим Володимирович, ось до вас у мене запитання. Ви також склався у вас у імідж, який повністю, наскільки я розумію, відповідає дійсності. Людина дуже відверта. І людина, яка справді боліє за справу. Тому, ну, дуже справді цікаво і дуже приємно спілкуватися з людиною, яка не уходить на якісь такі, знаєте, округлі формулювання, а каже, як воно є. І на одній з останніх ваших прес-конференцій ви казали про те, що, слухайте, що ми можемо зробити, якщо закон просто в'яже нас по руках і ногах. Ось я хотів спитати, що взагалі відбувається от у системі поліції? З одного боку, ну, з'явилася справді структура, якій люди довіряють. Ви бачили це в нашому опитуванні. Справді, куди не подивишся, усюди є патрульні. Причому патрульні, ну, принаймні, побачивши яких, не хочеться переходити на інший бік вулиці. Вони справді не викликають якоїсь безпеки у людині, якій нема чого боятися, і навпаки, якесь таке чувство захищеності у всіх, у саме у таких людей. Але ж все одно відбувається те, що відбувається. Чому? Будь ласка. Ви так вопрос задали, якщо чесно говоря. Начали з одного, закінчили другим. Що змінилось в законодательній базі ізначально, вопрос був? Вопрос не зовсім в цьому. Вопрос в тому, що, я розумію, ви хочете щось міняти. С одной стороны, закон вас связывает, как вы говорите. С другой, все равно происходят эти преступления, на которые вы должны реагировать, так или иначе. Что происходит? Закон, насколько я знаю, никак не поменялся. Но, может быть, вы набрались опыта, может быть, вы научились как-то по-другому выходить из ситуации. Может быть, вас просто стали больше с вами считаться, потому что, ну, помним истории, да, когда как бы кричали такие мажоры, что я тут один, троих, пятерых положил. Да, после советской нас действительно поменяло немножко, вот, мы уже стали взрослее, наверное. Вот об этом речь. Та ситуация нас просто заставила созреть быстрее, скажем так, поэтому была дана команда личному составу работать, ну, в меру жестче. Поэтому, безусловно, сказывается, конечно же, год, уже полтора года службы на улицах. И, понятное дело, что люди вышли, не имеющие опыта, и, наверное, очень важно
меня коллеги, которые служили, поймут, психологически немного быть устоявшимся. Поэтому за полтора года ребята поменялись, опыта набрались. Ситуаций очень много, которые невозможно где-то как-то прописать алгоритмы действий. За смену, вот за 12 часов они обслуживают порядка 150 вызовов, только по линии 102. Это семейные скандалы, хулиганство, не говоря уже за безопасность дорожного движения там, или какие-то оперативные там, поиски преступников. Вот. Поэтому подстроились под то законодательство, которое есть. По-другому уж не получится. Можно сидеть и жаловаться, что вот там не позволяет законодательство, там, но работать-то нужно, и люди ждут от нас действий. Спасибо. К Валерии у меня вопрос. Пресс-секретарь прокуратуры. К сожалению, нету тех, кого можно было бы на самом деле пораспросить о том, что происходит. Однако, вот у вас при прокуратуре был такой общественный совет. Собирали свои там, ну, вполне себе такие уважаемые люди, журналисты, общественные деятели. Говорили о том, нам собирался, господин Дунас рассказывал о том, как все происходит. И вот спрашивали наше мнение. И каждый раз, когда мы приходили, мы спрашивали, как двигается ситуация с преступлениями против журналистов. Нас каждый раз просили зайти, причем до того были другие формы работы, но были другие прокуроры, и точно так же просили нас зайти, говорили, да-да-да, конечно, слушай, я тут новый человек, ну, расскажите как-то, да-да-да-да-да, вот помощник сейчас все запишет, он с вами свяжется. Ну вот Андрей Лохматов, я думаю, продолжит эту тему, потому что преступность нет, особенно активно пытается добиться все-таки чего-то. Однако не происходит. Я не случайно начал, не происходит ничего. Я начал нашу передачу вот с разговоров о том вот воздетом персте господина Луценко, да, и полном бессилии, и, как мне кажется, нежелании что-то делать со стороны областного прокурора. Вот в деле разбирательств есть у нас вообще, кто у нас тут где-то, помните, как у Бабеля, где заканчивается полиция и начинается беня. Ну, полиция заканчивается там, где начинается беня. Так вот, мне кажется, что полиция у нас давно уже, ну, не полиция, а, скажем так, вот власть у нас давно закончилась там, где вот начался мультик. По-прежнему мы слышим о громких преступлениях. Мы слышим о действительно резонансных совершенно историях, но в то же время нам рассказывают о каких-то там прошлых делах, там, не знаю, где-то на кого-то что-то повесили, кого-то, может быть, действительно там нашли, где-то закрыли за, так сказать, давностью лет дело, за истечение срока давности, и, в общем, не происходит ничего. С другой стороны, вот когда так общаешься неофициально, милиция говорит, а что мы можем сделать? Прокуратура во всем виновата. Прокуратура говорит, так менты, что они все разваливают, следователь дело развалит, а я только подписываю, а что я могу сделать, если мне такое подсунули? И вот там, ну, где-то на кухнях все тебе проникновенно рассказывают о том, как они хотят все изменить, только не могут. А как доходит до камер, так как-то вот раз, и все ослепо-глухонемевают. Но поскольку вы пресс-секретарь, то вам, в общем-то, и говорить полагается. Пожалуйста, Валерий. Знаєте, я з вами не погоджуюсь з того приводу, що зовсім правоохоронними органами області нічого не робиться. І майже не розкриваються злочини, і в тому числі, і резонансні. Я вам хочу сказати наступне, що дійсно є позитивні реальні результати правоохоронної системи регіону. Є це і зниження рівня злочинності на 10 тисяч населення. Майже на 10%. І є друге місце по Україні, Миколаївщина займає за розкриттям злочину минулих років. І вперше область вже третій квартал поспіль займає 8 місце по Україні по відсотку розкриття. Якщо раніше будемо брати аналогічний період минулого року, правоохоронцями розкривалось там кожна п'яте, то зараз кожен другий, третій злочин. Спочатку цього року всі резонансні злочини, всі умисні вбивства, вони розкриті. Спричинення тяжких телесних ушкоджень, вони розкриті. Я хочу вам сказати, що ми постійно приділяємо увагу не розкритим злочинам, да? А давайте будемо говорити про ті злочини, які розкриті. Напад на бізнесмена Макса. Напад на миколаївського активіста Дениса Божишковського. Ці ж злочини розкриті. І це дійсно кропітка робота оперативних підрозділів поліції. Розслідування продовжується.
Звичайно. Знаєте, ось... Я не можу так, я з вами не погоджуюсь, що правоохоронці, в тому числі і органи прокуратури, нічого не роблять. Постійно, кожен день ми в інформаційному ефірі розповсюджуємо нашу позитивну інформацію. Інформацію по ті реальні результати, які на даний час ми маємо. Пані Валерія, ну ви знаєте, когось ловлять. Втім, ось, скажімо, ситуація з Олександром Влащенко 2014 року. Забрали у нього камеру, змушували стерти там фотографії, які він зробив. Ми трохи згодом подивимося сюжет. Відомі усі, свідків безліч. Кожен з прокурорів, протягом що у нас 2014 року у нас був, дивився нам в очі, мені, журналістам преступності, ні. Казав, так, ну розумію, я не знав, але я обов'язково зараз, все ж зрозуміло, звичайно, доведемо справу до суду, все буде. Нічого. Ви знаєте, по конкретному злочину я вам не можу відповісти, бо я там не є процесуальний ні керівник, ні слідчий. Якщо у вас це питання цікавить, будь ласка. Воно цікавить нас настільки, що я думаю, що Андрій Махматову зараз запит... буде що сказати протягом не 2 хвилин. Андрій, будь ласка. Ми вже затронули тему нашого колеги Олександра Влащенка. Тут стоит добавить, что весь абсурд ситуации в том, что один из нападавших на него только недавно был уволен с должности одного из коммунальных предприятий города, ЖКП «Пивдень». То есть, о чем тут уже говорить? Ну, я свою мантру повторяю каждый раз, что если мы говорим о безопасности, то мы говорим в первую очередь о дисциплине. Дисциплине и о неотвратимости наказания. Чего, собственно, у нас самые большие проблемы? Да, у нас есть патрульная полиция, но патрульную полицию мы часто видим, как граждане имели в виду и могут нападать на них, на самих, да, и бить самих патрульных, пока они задерживают кого-то там из граждан. И только сегодня было там свежие видеозаписи. Правовой нигилизм, процветающий именно по той причине, что у нас можно напасть на человека, а потом быть назначенным на должность какого-нибудь предприятия коммунального, либо еще какой-нибудь и так далее. К сожалению, в ваших программах, как всегда, нет тех, к кому я апеллирую, собственно, тех полицейских, которые занимаются расследованием. Просто вот последние годы реформирования полиции, да, продукт как патрульная полиция, это один позитив, а второй негатив, которого мы не замечаем, пока, собственно, не произойдет с нами какое-либо правонарушение, где мы станем потерпевшими, да, это следователи, которым, собственно, от которых мы ждем, что эта неотвратимость наказания наступит, и что мы увидим перед своими глазами нашего обидчика, граждане увидят обидчика в наручниках и едущего в автозаке места лишения свободы, и все понимают, что власть есть, да, и силу применять к любому, кто считает, что он сильнее, чем власть. Но это не о нашей стране, к сожалению, на сегодняшний день. И вот в этом, наверное, самая большая... Вот люди, которых вы опрашивали, да, там, пенсионеры на Советской гуляющие, я там тоже себя чувствую в безопасности, слава богу, что есть такие улицы в городе, да. Но это говорят люди, которые, к счастью, да, не попали в тот процент потерпевших в уголовных делах, которые потом закрываются, собственно. Поэтому я вот настаиваю на одном. Тем более, что вот как совсем недавно была публикация, один дедушка уже и не обратится ни в какие органы, потому как уже нет у него такой вот жизненной силы. А точку, где его сбили, просто перенесли. И теперь вообще никто ни в чем не виноват. А, будь ласка. Прокуратурою Миколаївської області за дорученням керівництва витребовано це кримінальне провадження, і зараз його переглядають, вивчають, і буде прийнято якесь рішення. Правомочно воно було закрито, правомочно на цього дідка, як ви кажете, дідуся повісили цю дорожню, що він є причиною дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої він загинув. Тобто, якщо будуть якісь результати, обов'язково ми повідомимо. Ви знаєте, що ми завжди готові розповідати не тільки про негативні, але й про позитивні приклади. Будь ласка, пан Євсеєв. Готовясь к сегодняшней передаче, я в апреле месяце провел 2 эксперимента исследования. Первое заключалось в том, что в будний день утром я принял решение быстро приобрести огнестрельное оружие. Через 3 часа после месседжа я получил первые настоящие предложения. Еще через 3 часа в моем родном городе я смог своими глазами увидеть и потрогать эти предложения. 6 часов человек
гражданин, живущий в нашем городе, находясь в состоянии аффекта, то ли ревностного, то ли злобы какой-то от обиды, то ли психическое какое-то слияние нехороших факторов, имеет возможность за сравнительно небольшую сумму купить и пользоваться огнестрельным оружием, полноценным нарезным пистолетом. Само собой разумеется, вот здесь опять-таки статистика показывает, что в 2016 году количество применений в бытовых спорах, конфликтах, дома, с соседями, на улице, применение огнестрельных подобных оружий и, в частности, даже и гранат, по сравнению в 2016 году выросло по сравнению с 2015 многократно. В 2014 это практически отсутствовало. Я хотел бы спросить у правоохранителей, не то чтобы вы готовы на это реагировать, как-то можно перекрыть или как-то можно надеяться на то, что каналы подобного поступления, я понимаю, что идет война, я понимаю другие факторы, но сегодня 6 часов – это очень короткий срок. Мы можем иметь в перспективе, ну, наверное, то, что мы будем иметь, я буду говорить о втором исследовании чуть позже. Вопрос к вам. Что делать? Тут, наверное, уже не перекрывать нужно. Тут уже его уже полно в нашем городе, в области, наверное, в любом городе нашей страны из-за ситуации, которая происходит на Востоке. Поэтому тут, наверное, больше нужно, чтобы компетентные службы, я не знаю, там, киберполиция отслеживали такие моменты. Хотя бы вот такие вот объявления, что хочу приобрести. Сразу должен вопрос, а с какой целью? Хотя бы вот так вот бороться. А перекрывать тут уже, наверное, не перекрывать нужно, а только выявлять, стараться выявлять. Потому что очень много оружия, и все прекрасно понимают, по какой причине. Дмитро Конарский, будь ласка. Очень хорошо, что эту тему затронули. Мое личное мнение, это то, что если уже такое количество оружия бродит среди людей, то и наверное, им пользуются не совсем хороших целях, то, наверное, следует уже и разрешать тогда людям другим обороняться и с помощью такого же оружия, то есть нужно его каким-то образом легализовать. Знаете, это у Стругацких была книга «Град обреченный», там проблема была с павианами, которые бегали по городу, и власти не знали, как с ней бороться, и потом пришло блестящее решение, давайте присвоим каждого павиана там, жителю города, и, собственно, так и решили проблему. То есть они перестали быть вне закона, эти обезьяны, и все, и проблема решилась. Может быть, с оружием таким образом нужно бороться, то есть его просто разрешить нужно. Угу. И, возможно, как во многих странах, там уже есть статистика, эта проблема действительно решается таким образом. Я вернусь к теме передачи «Безопасность». Меня вот, например, я заметил, что вообще не касались этой темы. Это бродячие животные, их у нас действительно большое количество, это неконтролируемые животные. К сожалению, городские власти решили, что контроль – это стерилизация и чипирование этих животных, но это никак не отражается на их агрессивности, на уменьшение этого параметра, и, соответственно, это никак не уменьшает опасности этих животных. Я вот хотел бы уточнить вообще, органы правоохранительные, они существуют только для защиты людей от людей, или они все-таки еще занимаются там защитой людей в принципе от различного рода опасностей, и каким образом именно вот конкретно упомянутая угроза, собственно, нивелируется? Ну да, то есть я понимаю так, что полицейский, снимающий кошечку с дерева, это, конечно, выглядит очень гламурно и работает на имидж полиции. Полицейский, который гоняется за разъяренной собакой, наверное, будет выглядеть все-таки не очень эффектно. Однако вот кому обращаться? Было бы оружие, стреляли бы, наверное. На примере патрульной полиции, если мне память не изменяет, то было у нас два случая применения табельного огнестрельного оружия. Собак мы стреляли. Вот. А по поводу первого вопроса, по поводу разрешения всем желающим приобретать за огнестрельное, я так понимаю, идет речь оружие, то, наверное, Юрий Петрович, конечно, в этом плане больше скажет, как разрешитель, но я вам так скажу, что тут некоторые люди просто даже так называемой резинкой, да, пристрель для ветстрела гумовых куль, не умеют, не могут с собой совладать, просто где-то, будучи участниками дорожного движения, начинают по друг другу показывать, у кого больше, наверное, ствол длиннее. Ствол длиннее, да. О каком огнестрельном общество еще не готово. Это мое личное мнение. А по поводу собак, которая кидается, да.
Да, всегда патрульная полиция на линии 102 приезжала, помогала. Да, конечно, Таня, пожалуйста. Далее уточнить и по домашним собакам. Вот я очень часто сталкиваюсь, есть правила, которые обмеживают выгул собак разных пород. У меня, например, гуляет часто сосед с ротвейлером, не просто без намордника, даже без ошейника, не говоря о поводке. Было такое, я обращалась к патрульной, сделайте замечание, какой-то штраф. Ну, собака чувствует, что я ее боюсь. Потом объяснять, что она домашняя не кусается, мне уже будет все равно. Вот вопрос выгула животных без намордников и поводков особо опасных пород. Есть этот перелик пород в законодательстве. Как-то полиция на это реагирует, делает хотя бы замечание. Я прокушена чисто, я просто прокушена два раза именно домашними собаками. Админ-ответственность предусмотрена, поэтому реагируем, конечно, реагируем, обязаны реагировать. Просто вот как раз на площади между ОГА и мэрией как раз вижу постоянный выгул, как не алабаев здоровых, которые, ну они же добрые, с ними дети играются, так ротвейлеров или еще кого-то. Ну, я на себе испытывать не хочу, проверен. Не, ну алабай действительно добрый. Спасибо. Потому что у меня алабай. Ну, у меня доберман тоже могу. Разрядить, да. У меня был доберман, я тоже могу сказать, что он добрый. Но на самом деле это не снимает ответственности. Ну, однако, давайте вот было, что Сергей Стужуку сказать. И Юрий Петрович, вы что-то добавите по поводу оружия? Да, конечно, хочу добавить. Мое мнение категорически я бы не разрешил свободную выдачу оружия. Почему? Потому что тот баланс, который вы говорите со стороны незаконного хранения и применения оружия, будет нарушен тем балансом, что мы разрешим простым гражданам иметь оружие, не проходя ряд инстанций, которые позволяют им это делать. То есть, я думаю, экспериментировать не стоит, потому что все-таки в результате этого эксперимента потом будут такие ошибки, которые мы исправить уже невозможно будет. Ошибка простая – это трата или утрата, вернее, жизни. Оружие, как всегда, звучит, это боль, это горе, это не защита, это все-таки нападение. И не зря я в начале нашей программы говорил, что безопасность зависит во многом от применения оружия, это очень крайняя мера. То есть, если у вас аргументов уже никаких нет, ни физических, ни в разговорной речи, и вам угрожает, прямая угроза идет жизни и здоровью, только в этом случае применяется оружие. Ну, правильно говорил начальник дорожной полиции, что наше население к этому не готово, ни морально, ни пройдя какой-то опыт. То есть, прежде чем это сделать, необходимо все-таки поработать с населением. Игорь Петрович, вы знаете, я, по-моему, это было в 2013 году или 2012, был участником вот тех событий, которые происходили в Чаусово. Помните, когда там приехали отбивать урожай у агрофирмы Карнацких? Да, не урожай, там, по-моему, и те самые пытались сжечь у них технику и так далее. И вот тогда народные депутаты, ну, теперь уже народный депутат, тогда еще нет, Игорь Брыченко, тогда Андрей Поруби, там еще несколько человек задержали, собственно, их тогдашний начальник Первомайской милиции Иван Примак просто выпускал, ну, в общем, перехватили, задержали. И оказалось, что не все вооружены. А там реально была стрельба, и, в общем, ну, как бы была угроза жизни и здоровью. Просто неожиданно оказали сопротивление безоружные крестьяне. Ну и, в общем, так сказать, сценарий слегка поломался. Однако, тем не менее, у них у всех нашли оружие. И у них у всех это оружие было зарегистрировано законно. И его даже изъять у них не могли, потому что они пользовались им на всех законных основаниях. Вот скажите, пожалуйста, если бы по счастливому стечению обстоятельств у крестьян, там не оказалось под руками какого-нибудь дубья, да, хотя на самом деле там, ну, постреляли, там были раненые. Если бы там вдруг не оказалось, что у Карнацкого есть еще и кони, и конюх, который там ими занимается, он в свое время тренировал московскую конную полицию и знает, как коней можно использовать, и они там конями гоняли их по полям. Вот если бы всего этого не оказалось, этим людям даже нельзя было бы применить, если их не взяли в момент стрельбы, к ним даже нельзя было бы применить никакого закона за то, что они с оружием в руках, поскольку, ну, они у них есть, вот все, охранная фирма, все как полагается. А уж сколько у нас бандитов пооткрывала охранная фирма, и теперь, раньше они были рэкетирами, а теперь они официальные охранники, так я думаю, что вы знаете лучше меня. Так вот, может быть, все-таки то, о чем говорит Дмитрий, имеет какие-то основания под собой? Я думаю, тут тоже не стоит все в одну кучу мешать.
стрелять, потому что я более чем уверен, что то оружие, которое было, допустим, в той ситуации, о которой вы говорите, это, скорее всего, было либо гладкоствольное оружие, либо травматическое. А здесь люди все-таки больше говорят о короткоствольном нарезном, насколько я понимаю, правильно? С ружьем по городу выходить не будете, для того, чтобы защититься от хулигана. Пожалуйста. Я скажу, что полностью с вами согласен, потому что вот ваш тезис, ружье, которое висит в первом акте, обязательно выстрелит, у меня это произошло, и в дом пришла трагедия. Но факт заключается в следующем. Опять-таки, в апреле месяце я провел второе исследование. Я обошел всех соседей на майские праздники с вопросом, когда люди, хорошая погода, настроение, с вопросом об оружии. Представьте себе, вооружить можно было, если собрать это оружие, как минимум два взвода, вернее, два отделения по 14 человек. Причем хорошо экипировать. Я живу в Соляных. Смотрите, что получается. У людей уже накапливается такое критическое количество оружия, причем и зарегистрированного, и не зарегистрированного, что просто нигилизировать и не воспринимать это уже, ну, наверное, социально преступно. Мы не были готовы к капиталистическому обществу. Нас кто-то учил. Мы не готовы к пенсионной реформе, мы не готовы к реформе с медицинского страхового обеспечения и прочим другим. Но как-то же это делается. То есть мы уже получаем общество, в котором, по данным СБУ, которые подтверждены Швейцарской ассоциацией стрелковой, которые подтверждены Украинской ассоциацией владельцев оружия, 5 миллионов стволов у населения. У каждого восьмого в нашем обществе есть оружие. Поэтому или это оружие действительно надо каким-то образом, как вы говорите, в определенные месячники собирать, но вы же видите, покупая другое, либо, как это непристойно, неприскорбно, легализовывать и объединять их в стрелковые ассоциации, начинать возглавлять то, что невозможно побороть. Ну, по принципу, мафию невозможно побороть, давайте возглавим. Но, с другой стороны, действительно, мы только имеем сейчас первые ростки вот этой такой демократической капиталистического явления. Оружие пошло в народ. И коль перекрыть эти каналы невозможно, и я не знаю, когда это действительно случится, но его будет становиться все больше и больше. И за 5 миллионами, я подозреваю, что в этом году мы пойдем уже на 6 миллионов стволов. Кто готов на этот вопрос ответить, уважаемые специалисты, пожалуйста? По моей линии, в чем-то согласен я с вами, в большинстве, конечно, не согласен. Почему? Попытаюсь вам объяснить. Дело в том, что проблема не в количестве оружия, а проблема в легализации его и учете. Если все оружие, которое находится у населения, будет зарегистрировано и стоять на учетах в органах полиции, мы сможем проконтролировать все действия, законные и незаконные, этими же гражданами. Но коль это оружие не стоит на учете, и мы не можем поднять карточку и узнать, владелец он оружия или нет, и там по гильзам эксперты нам дают заключение, с какого оружия был произведен выстрел, мы не можем на это влиять. Найти этого человека только по гильзам, сами понимаете, доказательств мало. А вот если будет продукт, который останется после выстрела у легализованного оружия, то бишь у владельца, по картотеке мы можем найти фамилию, имя, отчество, где он проживает, выехать на место, изъять ствол, направить на экспертизу, и экспертиза покажет, был ли совершен выстрел или нет. Ну, кстати, насколько я понимаю, сторонники легализации оружия говорят о том, что, пожалуйста, давайте его регистрировать и заводить. Сергей Стужук, а потом давайте посмотрим сюжет Марины Шкарубской, который продолжает тему, которую мы начали первым сюжетом. Пожалуйста. Спасибо. Дорогие друзья, тема передачи у нас «Безопасный город». Что под собой подразумевает вообще термин? Это предупреждение преступности, если уже совершилось, то раскрытие преступности. К сожалению, я не соглашусь с теми людьми, которые у нас сегодня говорили, что у нас безопасно. Мне бы хотелось согласиться, но это не так. Мы видим, что у нас увеличивается преступность. Мы видим, что у нас увеличивается количество преступлений нераскрытых.
Все-таки раньше, все-таки еще тот том амплуа, как говорится, в котором жили в советское время люди, когда мы знали, что наша милиция нас бережет, люди доверяли телевизору, люди доверяли газетам, люди доверяли письмам, которые к ним приходили со штампами государственных банков и так далее. Сегодня эти люди становятся жертвами. Жертвами не только пуль, не только избиения на улице. У них собирают деньги. Зашкаливают суммы ущербов и нераскрытых преступлений от мошенничества. Это целая плеяда преступлений с банковскими карточками. Это люди хотят получить кредиты с маленькими процентами, 4%. Прекрасный кредит. Ну, вначале заплати, а потом получишь. Казалось бы, ну глупо. Не глупо, нормально, люди работают. Безумное количество кредитных спилок, которые уже разрушены, и люди даже уже не идут обращаться с заявлениями. У нас до сих пор, сколько передач не снимается, до сих пор люди становятся жертвами таких мошеннических действий. Ваш сын совершил преступление, передайте денежку туда, и все будет нормально. Все, есть, не буду рассказывать про технику, 200 раз рассказываю, люди становятся жертвами. К сожалению, я готов констатировать, что у нас все-таки сегодня правоохранительные органы не в состоянии взять преступность под контроль. Я не критикую правоохранительные органы, я сам был их частью, я понимаю, почему это делается. Более того, даже я скажу, у них не хватает инструмента соответствующего, нормативного, финансового. Простые вопросы, касаемые кадровых моментов. И здесь какой выход? Критиковать любой дурак может, правильно? И в отличие от политиков, я вижу, что сейчас, на данный момент, пока у нас еще полиция, рожденная революцией, сможет все-таки обуздать преступления, сегодня это вопрос граждан. Сами граждане должны. Выход какой? Объединяться. Мы уже видим в других областях, люди объединяются, защитить свой двор, защитить свою улицу, район, город, по-другому никак. Не успевает полиция реагировать, не успевает она расследовать. Купы уголовных дел стоят такие, что люди просто не успевают их раскрывать. Кричащий момент, я прошу прощения, что я хочу пример просто рассказать. Живой, совершенно случайно, с утра сегодня ко мне обратился человек. С таким примером, ну, казалось бы, с одной стороны бытовым, с другой стороны он кричит. Новый инструмент преступников – это средства массовой информации. Березняковский район, участник АТО, инвалид второй группы, ремонтирует детскую площадку у себя перед домом. Ранее судимые, то есть очень часто такие случаи получают, в количестве 4 человек, нападают. Повод любой, там как бы моменты есть, бросили на детскую площадку какую-то грязную, там фильтр из непонятных очистных сооружений. И на замечание, давайте мы с тобой разбираться. Мат, атака и самый главный момент. Здесь трое маленьких детей, его. Две дочки 5 лет, племянник 6 лет. Вступают на слова, врезаются, безнаказанность, рукопашная бойня. Реально его избивает. Ну, учитывая, что он там ремонтировал скамеечку и так далее, у него в руках была отвертка. Он царапнул одного из человека. Люди знающие, мошенники знают, как общаться с правоохранительными органами. Они знают, как обращаться с разными инструментами. Так и бандиты, так и такие криминальные элементы знают, что нужно сделать. Не успел он позвонить, вызвать полицию, уже те позвонили, вызвали полицию о том, что он напал на людей и так далее и тому подобное. Здесь у нас получается, что человек не успел там разобраться, сразу же звонок в преступности нет. Я хочу обратить внимание, же жертвой может стать у нас сегодня любой, непростой человек. И чем больше вы полицейский, вы член государственного управления, вы журналист, вы известная личность, вы бизнесмен. О, класс, можно использовать средства массовой информации. Я не критикую, обратите внимание, это используется сегодня. И нужно уметь этим строить защиту в этом направлении. Все, пожалуйста, заявление есть, как? Есть заявление у нас? Есть заявление у нас. Все, в преступности нет, выходит 3 числа у нас. Я не видел это, мне только сегодня сказали. Пожалуйста. Дело в том, что он когда-то раньше работал в полиции. Классный репортаж, все. Мне нет никаких претензий. Я сегодня общался с редактором, как быть ситуацией. Я вам скажу так, у меня у самого 3 детей. Если бы у меня была в руках отвертка, и было бы на 4 человека избивали меня на глазах моих детей, я бы, может быть, не царапнул бы случайно. Я бы, может быть, я бы, наверное, сделал бы, вот что это, мы понимаем, есть термин, необходимая оборона. Как доказать потом?
И здесь, конечно, я уверен, что мы будем защищать этот момент. Ну, смотрите, ситуация. Уже тяжело что-то сказать. Вы знаете, я помню, это было где-то вот начало 90-х, даже, может быть, еще раньше. По-моему, это вот как раз. Да, нет, это еще были, это была середина, ближе к концу 80-х, когда уже вот железный занавес поднялся, оно еще как бы все еще было по тем правилам, по советским. И, значит, в Америке был случай. Какой-то белый в метро, к нему подошла группа негров и, значит, там потребовала у него деньги. Ну, он какую-то мелочь им предложил, они сказали, что нам этого мало, давай бумажник. Он их послал, они достали там заточки, ножи. В общем, человек достал пистолет и просто там пару человек подстрелил. Началась жуткая истерия, оголтелый расист, значит, напал на негра, на чернокожего юношу, который всего-навсего осмелился попросить у него несколько центов на пропитание. Это было вот в лучших традициях вот той вот зоринской, дунаевской пропаганды. Самое интересное, что это к вопросу о СМИ. Показывали опросы на улицах американцев, ну тоже, естественно, фильтрованные, где люди говорили, ну как же это так, ну действительно, Россия, что он себе позволяет. Потрясающая совершенно ситуация в плане того, как можно интерпретировать, в общем-то, то, что происходит. И, собственно говоря, не случайно мы вот говорили об оружии, может быть, несколько затянуто, но я понимаю, что многим болит. Потому что, собственно говоря, главные, ведь сейчас, при всем при том, что да, безусловно, и жертвами мошенничества, там и с карточками люди становятся очень часто, и прочими какими-то там способами их обманывают. Но самое ужасное, действительно, это то, что вот это вот ощущение полного бессилия перед оружием, перед гранатами, перед вооруженными преступниками у нас есть. Мы все это констатируем. Вот у нас тут есть люди, которые сейчас об этом будут говорить. Идеи как бы вооружиться в ответ не принимаются. И я специально дал возможность об этом поговорить, чтобы понять, что правоохранители против, у них есть для этого веские основания. То есть, в общем-то, в ближайшее время, понимаю, нам надеяться не на что. А сейчас давайте посмотрим сюжет Марины Шкарубской и прокомментируем тогда сразу все происходящее. Там очень много о том, о чем мы здесь говорим. Пожалуйста. Боже мой, ну и домик у нас то дворовый, то обзывают. А еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта. Это же кошмар, кошмар! Саме ця фраза згадується при перегляді інформаційних ресурсів обласного центру. Хтось в коментах голосує про повернення 90-х, хтось згадує добрим словом владу, не обходять так званими компліментами і поліціянтів з прокуратурою. Остання новина, що сколихнула інтернет-мережу, Миколаїв потрапив до рейтингу найнебезпечніших міст України. Ми в п'ятірці. У антирейтингу нас обігнали Сєвєродонецьк, Київ, Кропивницький та Запоріжжя. На 10 тисяч населення у 2016 році Миколаєві скоєно 152 злочини. За таблицею, наданою службою статистики, у Львові більше 232. Чому ж ми небезпечніші? А згідно другого показника, процент респондентів, які почуваються переважно у безпеці на вулиці після настання темряви у Львові – 66%, у Миколаєві – 32%. Ми вирішили провести власний експеримент і, як то кажуть, Google нам на допомогу. Заходимо в браузер, вводимо в пошук в Миколаєві і чекаємо, як ми виглядаємо в галереї інтернет-мережі. Експериментуємо далі. У Вінниці. Без коментарів. Згідно рейтингу «Десь з нами поруч» – Одеса. Вводимо в Одесі. Так, чимось ми схожі. Прогуглимо «Черкаси» – в Черкасах.
остаточно переконатися, що підбір картинок не випадковий, знову наберемо в Миколаєві. Є над чим замислитись і шукати відповіді не у звітах та рапортах. Якщо провести аналогію, то мешканці міста для силових структур та влади як діти для батьків. Вони їх виховують, вчать, встановлюють для них правила. А діти відчувають захищеність, коли впевнені, що їх люблять і справді, а не формально цікавляться їх інтересами. Відчуваєте подібність? Можливо, звідси і витік нашої невпевненості у безпеці. Мені здається, дуже цікавий такий певним чином філософський сюжет. І, до речі, поки він йшов, надійшло запитання від глядачки, яка Ксенія Вікторівна. Здравствуйте, можете не в тему, но я очень хочу попросить вас задать вопрос Максиму Ахрамееву по поводу нападения стаи бродячих собак. Они обитают возле моего дома и терроризируют всех жителей. Обращалась уже и в КП защиты животных. Реакции ноль. Нам реально страшно ходить по улице. Мы боимся не вооруженных бандитов, а собак. Приятно, что нас смотрят, и приятно, что, в общем, доверяют нашим гостям настолько, что задают им вопросы. Пожалуйста. Ну, отлавливать мы, конечно же, их не будем. Для этого действительно есть коммунальные предприятия. Нет. Коммунальных предприятий нет? Нет, коммунальные есть, отлавливать некому. Вы можете какое-то предписание местной власти давать, согласно закону, с них требовать? Да даже если не можем, мы все равно обращаемся, перенаправляем и контролируем. Поэтому... Хорошо, скажите так, приедете с большими пистолетами, перестреляете? Нет, стрелять не будем. Хорошо, ну как, будете добром и лаской уговаривать не кусать жильцов? Ну, или... Да, лобая. Нет, давайте просто сделаем, просто тогда на меня обращение пусть жительница сделает. И мы просто проконтролируем для того, чтобы дошло до КП и ну, действительно будет контроль с моей стороны. Только так. Хорошо, Максим Владимирович, большое спасибо. Я уверен, что нас смотрят и зрительница получила ответ на свой вопрос. Пожалуйста, Андрей и потом Дмитрий. Я бы быстренько добавил по поводу предписаний, да, вот коллеги говорят, как будто бы предписание от Ахрамеева решит проблему. Вот, по-моему, недавно было предписание по поводу рынка цветочного на Спасской, и это тоже о безопасном городе. Вот, когда рынок выходит к бордюру, и для того, чтобы купить цветы, тебе нужно стоять на проезжей части, это тоже о безопасности. Местная власть молчит. А, по поводу сюжета. На самом деле мы тоже проводили такой эксперимент когда-то с коллегами, и вводили разные города, и действительно могу подтвердить, что в некоторых городах картинка приятнее. Это после того, когда мэр заявил о том, что вот видите Николаев, или в Николаеве, и вон уж посмотрите, что происходит. На самом деле, ну да, Винница может быть, да, выбивается здесь там каким-то новым поездом и фонтаном, да, но я думаю, что здесь суть вопроса еще в том, что вот если вести, во-первых, на украинском языке в Миколаеве, то, скорее всего, что Google будет подтягивать украиноязычные издания, которых в Николаеве очень, ну, практически нет. Значит, это все украинские. А что доходит до всеукраинского уровня из Николаева? Оксана Макар, Врадиевка и так далее. Почему так происходит? Ну, тут можно, конечно, долго об этом рассуждать. Может быть, журналисты сильно хорошо работают, да, что сильно много освещают. В этом тоже есть какая-то доля правды, потому что я, если сижу на работе, да, в редакции, держу телефон возле себя редакционный, у меня было несколько случаев, когда назвонили из каких-то там полтавских, черниговских областей, сел и просили написать про маньяка, про которого никто не хочет писать. Угу. Там, и они могут что-то с этим сделать, да. То есть, ну, я не знаю, в чем секрет. Но факт остается фактом. Говорить о том, что Николаев безопасный город, а там Львов небезопасный, либо наоборот. Субъективное ощущение жителей, это же тоже это качественный показатель. Количественный показатель, сколько там на 10 тысяч раскрыто и так далее. Послушайте, тут тоже много вопросов к этой статистике. А сколько вы закрыли просто уголовных производств? Это как вы считаете? Я ж не знаю. Поэтому процент раскрытости и так далее, это одно, а мое реальное ощущение и то, что я вижу вокруг, да, пьяные тела, которые там нападают или регистрируются это преступление, я не знаю, да, но я вижу своими глазами, что происходит. Спасибо. Вот тут люди пишут, что центр защиты животных, а не людей, поэтому защищать людей – это не компетенция центра защиты животных, а центра защиты людей у нас нету. Вячеслав Ильич, что-то хотели сказать? Я просто в начале передачи, когда вступительное слово говорил, я говорил о том, что действительно есть реальная действительность, а есть наше субъективное восприятие. Вы говорите, я не чувствую себя безопасным.
Ну, я вам приведу пример. Есть такие нерадивые родители, которые в детстве там запугивают бабайкой своего сына, да, там, свесть ножку, ручку с кроватки и тебя утащат. Ребенку уже 19 лет, он уже понимает реально, что бабайка не существует, но до конца своей жизни боится ручку с кровати свесить. Наши поэтому, чаще ну, не об этом вопрос. Просто значит, ну, много страшилок у нас в эфире. И все-таки информационно я действительно скажу, что ситуация нагнетается, потому что я взял эту таблицу, специально посмотрел. Да, Николаев здесь находится на 20-м месте по ощущению безопасности, и тем не менее, вверху нас находится 10 городов, в которых уровень преступности объективно выше. То есть есть цифры, которые говорят о том, что с преступностью у них хуже. И тем не менее, люди чувствуют себя там более безопасно. Поэтому действительно, ну, то ли здесь слишком много групп, которые информационно друг другу противостоят. Я действительно для себя пытаюсь понять этот вопрос, но... Опять же, зачастую истерия определенная там в соцсетях нагнетается. Я не хочу ни в кого кидать камень, но действительно информационный фон у нас, ну, относительно того, что есть, очень сильно завышен. Исламович, спасибо. Вот я хочу сказать... А, буквально да, два слова. Опять же, да, конечно. Я прошу прощения, ну, тоже продолжу. Угу. И действительно, ну, если говорить об ощущении безопасности, это не только количество раскрытых, нераскрытых преступлений. Ну, идя по освещенной улице, ты чувствуешь себя безопасным. Поэтому это в том числе и задача очень большая для наших органов местного самоуправления, чтобы все-таки улицы были освещены, да. Потому что, опять же, подскользнувшись и там сломав себе ножку, ты тоже не чувствуешь себя безопасно. Ну, я должен сказать, что и вот... это еще одно направление, в котором действительно... Вот в чести, работать. Кстати, обладминистрации, ну, мы обратились и в обладминистрацию, и в горсовет, в горосполком с просьбой прислать чиновников, ну, достаточно компетентных в этом вопросе, которые могли бы ответить на вопросы, которые мы сегодня обсуждаем. И спасибо, все-таки первый зам, я думаю, ну, достаточно серьезный уровень компетенции вот именно областной власти. Мы попросили то же самое сделать городские власти. Ни Александр Федорович Сенкевич, ни господин Турупалов, ни кто бы то ни было из существующих там, ну, достаточно ответственных чиновников не счел нужным прийти сюда на этот разговор. Прислали вот нам сюда господина Богаченко Евгения, который отвечает за электронные, вот, сказать, составляющие нашей типа безопасности. Ну, там была программа «Безопасный город». И как мы не пытались объяснить, что речь, собственно, не пойдет о программе как таковой. Ну, решили, что должен быть что-то, чтобы мне не сказали, что от города не было. Вот пошлем Богаченко, он бы сказал, все отвечает. Ответить нечем. Ну, извини, вот посидишь там просто мальчиком для битья. Поэтому я хочу сказать, что на самом-то деле, вот то, о чем вы говорите, Вячеслав Валентинович, да, вот отношение местной власти к своим жителям, оно имеет, ну, если не решающее, то, по крайней мере, очень важное значение. И то, как нас воспринимают, как с нами готовы к диалогу, как нас слышат, как нам отвечают, это, безусловно, имеет, ну, поймите, принципиальное значение. Количество освещенных улиц и количество камер, оно ж, ну, грубо говоря, их же меньше не стало. И я объективно вижу, что город в этом направлении работает. То, что прислали сюда Богаченко, я вам опять же скажу, что правильно кто-то сказал, что есть преступления в профилактике, да, там, грубо говоря, чтобы делать все, чтобы преступление не произошло. И есть раскрытие. И в этом плане, ну, это действительно, город все-таки, ну, работает над освещением. Я это вижу. Там, хорошо, так, спасибо. И я могу сказать, что, ну, я все-таки закончу, что если у нас раньше стояли камеры, которые, я так понимаю, стояли, работали, но при этом это просто даже никуда фактически не записывалось, ну, насколько я помню, это была система. Да, да. То на данный момент хотя бы то, что эти камеры работают, оно хотя бы пишет. В это время мы обеспечиваем отчасти и профилактику, и раскрываемость. То есть у нас очень много, практически ежедневно находятся сотрудники полиции по криминальным вопросам. А также мы сотрудничаем и с патрульной полицией по ДТП. И самое главное о том, что я даже это могу ощутить по, скажем так, своему окружению, то есть по своим знакомым. Те публикации, которые были в соцсетях, то есть с камер безопасного города и так далее. То есть после некоторых публикаций мне звонили и спрашивали, где еще есть. Говорит, мы не будем больше попадаться в объективы. Говорит, и так делать больше не будем. Это мелочь, но из таких мелочей состоит, собственно, общий фон. То есть и в качестве профилактики это тоже работает. То есть, видите, Ярослав, вместо того, чтобы акцентировать внимание на каких-то плюсах, и что что-то делается, там делается освещение, ставятся камеры, мы опять уводим в то, что
город плохой, потому что вот кто-то не пришел. Потому что я считаю, что Евгений может все-таки говорить о небольшой части того, что нас интересует. А теперь давайте посмотрим сюжет, героем которого стал Денис Барашковский, который пока сидит и молчит, но я думаю, что он сейчас вступит, где станет совершенно понятно, почему на самом деле очень хотелось бы увидеть представителей городской власти, которые говорили бы не только о камерах, потому что то, что происходит, то, о чем говорится в этом сюжете, там никаких камер не надо. Там и так все видно. Посмотрим, давайте. Ну, это прямой эфир бывает. Прикладів, подібних до вбивства Георгія Гонгадзе, Миколаїв, на щастя, не знає. Але стверджувати, що це цілком безпечне для журналістів місто, було б перебільшенням. Чого розрішення? Тон повишає. Пішов, понял? Ще раз нарушиш мої права, покалечу і подам в суд. Ви угрожаєте, що мене калечить будете? Якщо ти будеш нарушати закон. Уберите от меня руки. Руки уберите от меня. Руки уберите. Руки от меня уберите. Руки уберите. Руки от меня. Уберите руки. Это журналист. Руки уберите. Это пресса. Руки уберите. Это журналист. Я сказала, удалите мою фотографию. Я сказала, удалите мою фотографию. Вы меня ударили. Извините, это ужасно. Я сказала, удалите мою фотографию. Давай я аппарат твой подержу. А що ти убери? Хто ти така, що? Я, мабуть, я забрати на апарат і все. Один з найбільш гучних нападів на журналіста у Миколаєві стався в березні 2007 року. На той момент, між іншим, за даними міжнародних організацій, Україна посідала перше місце в Європі за рівнем дитячого алкоголізму. Саме зйомка власними кореспондентами Національної телекомпанії України відеосюжету про те, як без жодних проблем купують алкоголь неповнолітні миколаївці, і стала причиною нападу. Власником одного з кафе, де неповнолітні могли придбати спиртне, виявився Олег Солтис. Сьогодні, мабуть, більш відома людина, ніж тоді. Ну і почалась возня, він почав видирати камеру. В ітогі він повалив мене. Я оступився, там упав, він вирвав у мене цю камеру і убіжав. Після кількох судів і лише в результаті апеляції власник магазину купив нову камеру замість вкраденої, а сам потрапив під амністію. Восени 2011 року вночі на журналіста газети «Наш город» Олександра Влащенка було скоєно напад, коли він повертався додому. Його поранили з пневматичного пістолету, маленька куля застрягла в головному мозку. Нападники відібрали сумку, в якій знаходилися фотоапарат, диктофон і два мобільні телефони. За однією з версій, напад спричинила професійна діяльність журналіста. Зрештою, справу кваліфікували як розбій, і через 7 місяців троє нападників були засуджені. А влітку 2014 року на засіданні в облдержадміністрації між Олександром та активістами народного ополчення виник конфлікт. Вони наполягали, щоб журналіст видалив знятий матеріал, мотивуючи тим, що засідання закрите. Щоправда, вже наступного дня лідер народного ополчення Олександр Янсен дав гарантію журналістам, що вони будуть спокійно працювати в Миколаєві. Але, звісно ж, гарантувати безпеку всім миколаївським ЗМІ ополченці не могли. Особливо пікантно виглядають випадки, коли журналістам погрожують ті, кого вже підозрюють у правопорушенні. До того ж, погрожують у присутності правоохоронців. «Їх вилив мені на шию зеленку», розповідає журналіст. Він також додає, що все це бачили працівники правоохоронних органів і ніяк на це не реагували. «На***й знімаєш, на***й, на***й знімаєш, на***й, 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 на***й,
Журналісти знають, що у них, якщо вони оформлюють страховку, то їм кажуть, що хто за професію журналіст, підвищений ризик одразу. І ну, добре, якщо б ти, не знаю, там висвітлював події десь там в гарячих точках. А тут насправді на вулиці тобі небезпечно бути журналістом, бо ось так станеться, навіть на очах патрульних поліцейських нічого не буде тому, хто нападає на журналістів. Ось що з цим робити? Я розумію, що ми поговорили вже про цю тему. Втім, давайте, якщо вже подивилися сюжет, дуже так коротко повернемося до того, що справді. Ось Валерія казала, ну я не знаю, я розумію, що ви, Валерія, не знаєте справді. Втім, ситуація по Олександру Влащенка з тими, коли йому нього камеру забирали, там видаляли знімки з його камери. Всі знають, відомі усі люди, свідків безліч, місце, учасники, всі відомі. Перешкоджання журналістській діяльності? Нічого. І такого дуже багато. Кожен з нас може розповісти такі історії. Хтось просто сам самотужки відбивався, хтось, я ж кажу, допоміг. Я вже, знаєте, мені здається, що варто скоїти якийсь кримінальний злочин для того, щоб стати депутатом міської чи обласної ради. Це просто такий шлях. Ось скоїв злочин проти журналіста, і тобі вже гарантовано місце в обласній раді, в міській раді, причому не просто, а досить поважна посада, керівник комунального підприємства. Перестанеш бути керівником, станеш перевіряти усі підприємства у місті. Будь ласка. Ну, ви знаєте, я не можу відповідати за те, що скоїв злочин і став депутатом якогось там рівня, але можу сказати, що злочини розслідуються, стадія досудового розслідування, проводяться певні слідчі дії, і якщо буде інформація якась, завершення, що обвинувальний акт пішов до суду, особі повідомили про підозру, про це буде повідомлено всім. Знаєте, Валерія, проблема в тому, що практично усі злочини проти журналістів, якщо й доходять до чогось, то вони перекваліфіковуються у хуліганство, там, у розбій навіть, але тільки на перешкодження не лишаються злочинами саме проти журналістів, тобто не підпадають під статтю перешкодження журналістській діяльності. Ні, ну чого ви так кажете? Кого за останній час посадили, скажіть, будь ласка? Ні, Андрій Лохматов. Там вже було перешкодження журналістській діяльності. Андрій, Андрій, будь ласка, розкажи про виключення, яке підтверджує загальне правило. Тут справа саме в тому, ви зараз говорите про Олександра Влащенка. Справа ще в тому, якщо брати от, ряд нападів на журналістів, то в його саме випадку проблема в тому, що він сам, на жаль, не бере активної участі в тому, щоб... ну це парадокс, да, що тобі треба ще потім йти... ввести твого нападника до суду, але так воно є в нашій державі, що треба три рази написати скарги на те, що справу закрили, оскаржити, да, і так далі. Те, що ми робили. Те, що робить Наталя Білова, Скоробіла Фонфо, вона там три роки ми допомагали, вона писала скарги, вона вивчила всі закони, вона стала юристом, як і всі ми вже. Але довела справу до суду, і зараз там цей нападник на неї на лаві підсудних. Олександр, на жаль, так свої права не відстоював, чи, може, не мав такої там підготовки чи бажання підготовувати себе в юридичному сенсі там, і так далі. Дякую. Ось, Максим Володимирович, скажіть, там була ситуація, коли ну просто на очах патрульних справді нападали на журналістів. Не так, можливо, відверто. Втім, подібним чином, таких речей відбувається досить багато. Ось нещодавно, до речі, саме охоронці обласної адміністрації допомагали забрати одного з охоронців, посадової особи допомагали забрати телефон, який він відібрав у журналіста. Як бути? Ну, принаймні, можна сподіватися, що те, що десь там патруль проїжджає, він якось втрутиться у таку ситуацію? Ну, відтепер, ви кажете, що ви вже тепер навчилися багато чого. Це було давно. Знаете, ви щось... зараз дискутируєте, а я от слухаю вас і от сижу і думаю, от, дійсно, як бути? От журналісти виконують свої обов'язки, да? І в деяких ситуаціях, от як ми дивилися, от ну, такі от ситуації виходять. І поліцейські, будь то патрульный, будь то участковый, тоже в таких ситуациях и в принципе такие же действия по отношению к полицейским тоже очень много, да? Uh-huh. И нападают, и бьют, и оскорбляют. Как быть? Вот. Я не понимаю, почему граждане нападают на полицейского? То есть полицейский может положить на землю, заковать наручники.
Примени табельное оружие. А журналист что может? Поэтому вот Андрей правильно в начале программы говорил, что очень много у нас, ну, вот, в законодательной базе, наверное, может быть, граждане у нас уже... Мы смотрим видео, когда подростки пьяные, празднующие 1 мая, тащат скамейку на Советской соборной проспекту, да, и девочка, видимо, тоже в состоянии алкогольного опьянения, бьет ногой полицейского. Так, в моем понимании, эта девочка должна быть скручена. Да, мы уже одного так скрутили, Андрей. И правильно вот Сергей Васильевич говорит, что информационное поле можно как в одну сторону раскачать, так и в другую. Был правонарушитель на улице Строителей. Угу. Так тот же раздули так, что дедушку седого скрутили. Там, ну, это к примеру. И таких ситуаций очень масса. Сейчас бы эту девочку, которая вот по скамейке, начали бы крутить, то так бы сказали бы несовершеннолетняя. Ну, значит, и как бы можно было бы раскачать ситуацию, ну, до такой степени, что... Все журналисты продажные, это что, нам не писать теперь? Так, же. Тобто зараз я зрозумів, що найближчим часом нам сподіватися варто тільки... Журналісти і поліцейські. Тобто, у нас, мабуть, где-то є... Максим, ну мені кажется, що все-таки согласитесь, що у поліцейського є можливість того, хто на нього нападає, не уговаривать, а действительно заломати, скрутити, і потім, навіть, як ви говорили, привести в участок і відпустити. Ну, хотя бы пару ребер сломать при доставке с места события до участка. Потом вот коллеги наши из прокуратуры задавать будут вопросы или нет. Ну, Евгения, пожалуйста. Максим, вже другу передачу зустрічаюся з вами на такі розмови по безпечному місту. І другий раз ви кажете про те, що як нас потім висвітять. Чекайте, ви працюєте на медіа, чи ви працюєте на захист людей, які потрапили в таку ситуацію? Да? Ви вдруге кажете про те, що чому дівчина та не була скручена, як про вас напишуть. Вам в першу чергу треба турбуватися про те, чи виконали ви норму закону в цій ситуації, не про те, як про вас напише «Преступність», ні, або інше якесь миколаївське видання. Бо ваше в першу чергу керування – це закон. На сьогоднішній день. От це і відверто кажучи, повертаючись, говорячи про безпеку міста, бачите, ну, чому я маю себе почувати безпечно, коли правоохоронні органи в першу чергу піклуються, як напишуть про це видання, ніж про те, чи захист буде захищені мої права. Я би хотіла додати, що по безпеці. Правильно, це все відносно. Але питання відносності, я прожила, невелике, але там протягом місяця в Брюсселі. І що таке безпека, жити в безпеці, да, я, ну, відчула там. І це все настільки абсолютно різні світи. І до того, що на сьогоднішній день, що відбувається зараз на передачі? Каже, є представники правоохоронних органів, представники виконавчої влади. Їм кажуть, ми зараз кажемо, є факти злочинів. Відповідь іде, ми працюємо, ось наша статистика. Так от дивіться, бачите, насправді тема передачі дуже проста і дуже конкретна. Розслідування або є, коли представники прокуратури кажуть про те, що ми розслідуємо, по Бережковському насправді ви тільки затримані тільки нападники, а не виконавці. От коли виконавці будуть, коли буду знати, що Михайло Тітов у в'язниці, і він притягнений до суду, от тоді можна говорити про безпечне місто Миколаїв, або інші такі криміналітети в місті Миколаєві. А коли просто замовники, руки, виконавці в місті Миколаєві... Я вам вже не відповідаю на ваш вопрос, тому що ви наче з одного закінчили другим. Я використала, що це можливо ще додати, але питання все одно актуальне. По поводу медіа і, як ви говорите, чому правоохранители должны беспокоиться, законні ли їхні дії будуть, наверное, Сергій Васильович, даже я уверен, що він мислю поймав і, ну, то же самое скажет. И законы действия или как медиа высветить. Так действительно, поверьте, что вот правоохранительные органы уже за последние там 10-20 лет так уже вот именно из-за этого, что вот все журналисты гоняются вот за новостью, за какой-то, ой, за какой-то Максим, ситуацией. Простите, за... пожалуйста, перебью. Есть замечательный коротенький сюжетик, совсем свежий. Я вот как раз про правоохранителя. Давайте посмотрим. Это не старое, это мы не гоняемся, оно вот лежит на поверхности. Пожалуйста. Після перевірки встановили, що заступник начальника корабельного відділу поліції Миколаєва шантажував підприємців району. За непритягнення до адміністративної відповідальності вони повинні були щомісяця сплачувати правоохоронцю певну суму грошей. Передача хабаря здійснювалась через підлеглого – місцевого дільничого. Саме його було затримано під час отримання чергової неправомірної виплати у 1500 гривень.
Правоохоронці затримані слідчими прокуратури у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України – це одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, і також слідчими прокуратурами встановлюються інші факти щодо причетності цих осіб у зв'язку з вимаганням та одержанням неправомірної вигоди від інших підприємців або інших громадян. У нас тут дуже так дискусія виникла з цього приводу. Я розумію, що з одного боку ось В'ячеслав Валентинович каже, ну це ж добре, затримали. З іншого боку, затримали нерядову особу. І знову ж таки, добре, що нарешті затримали. Так от що з цим робити, будь ласка? Це про те, що ми кажемо. Це позитив чи негатив? Ми кажемо про те, що затримали, а могли б не затримати. Але ми кажемо, що таке відбувається, тому що займаємося... Позитивы некоторые вот критики говорят, а что поменялось вот за последние два года. Да слава богу, что уже, ну, очень, там, не знаю, наверное, раз в неделю где-то там вот мониторишь, там у меня в Фейсбуке сайт Департамента внутренней безопасности, и где-то постоянно кого-то задерживают. Когда-нибудь где-то вы видели там года три назад такие вот частые выдачу информации, что там задержали, там поймали. Это уже говорит о том, что действительно что-то, наверное, меняется? Конечно. Ну, давайте будем объективны, что раньше этого не было, это раньше было, и раньше это было более массово. Ну, просто раньше я действительно не помню, чтобы у нас так уж часто задерживали милицию или задерживали чиновников. Сейчас это сплошь и рядом. Вы меня извините, я читал, что в Румынии там два или три поколения чиновников поменялось, которых сажали, прежде чем более не менее что-то отстроило. Просто сажали, да, не задерживали. Да. Ну, это, кстати, вопрос к правоохранителям, как они отработают, чтобы потом была доказательная база, правильно. Но еще раз говорю, вопрос в том, этот факт был, мы это понимаем. И я думаю, что пройдет не 3, не 5 лет, прежде чем перестанет у нас, грубо говоря, быть коррупция как в органах власти, так и в органах полиции. Это за один день не искоренится. Я не знаю примера, какое бы государство там за один день это или там за два года. Мы просто слишком быстро хотим все пройти. Это понятно, но так и не такая, бывает. Такая же самая критика, что по патрульной полиции, что вот понабирали, смотрите, вот все равно берут там неправомерную выгоду. Но мы же с этим боремся. А скажите, мы же их выявляем, мы же совместно с ВБ работаем. Да там Максим, я на самом деле Максим Владимирович, я на самом деле не сомневаюсь, что вы другие, вы лучше. Мы говорим о другом. Вот я как раз показал этот сюжет не для того, чтобы сказать, вот смотрите, какие вы гады, да? А сказать, что вот ситуация достаточно двоякая. С одной стороны, ну, очернительство, да, показали, вот что поле. А с другой стороны, мы говорим о том, что ловят. И ловят, ну, наверное, свои же ловят, да? Так вот, как это вот воспринять? С вашей точки зрения, вы говорите, на полицию вешают все. Наверное, вешают, раз рассказывают об этом. С другой, Вячеслав Валентинович совершенно правильно говорит, ну, меняется что-то, действительно, очищается полиция. Вот просто мне интересно, с вашей точки зрения, журналистов, как оценивать в этой ситуации? Как очернителей или как помощников вашей, как очистителей вашей репутации? Единственное, что бы хотелось бы, чтобы, вот иногда действительно, вот я начал говорить, и хотелось бы закончить, о том, что журналисты за некоторым репортажем, ну, вот есть такая гонка, да, кто из там СМИ первый какую-то информацию выбрал. Иногда вот бывает спешка, вот просто еще, наверное, правоохранители до конца не выяснили ситуацию, но уже журналисты дают какие-то вот выводы, резюме, уже да. Какое-то резюме, и после этого довольно-таки, если там, ну, немножко не попали, довольно-таки сложно правоохранителям потом доказать иную сторону. Максим Ильич, я вам расскажу замечательную историю. Помните, когда проходил обыск у Романчука? Еще не вышли от Романчука полицейские, которые у него проводили обыск, а уже по всем центральным СМИ прошла одна и та же информация. О подземельях полных золота, о складах антиквариата и так далее. И поверьте, это не журналисты сделали. Это был централизованный сброс. Так что давайте не будем все-таки во всем винить журналистов. Я вижу все поднятые руки, но я просто очень здесь боюсь. Здесь пример. Просто это, ну, вы говорите, надо или не надо. Это факт. Эти факты надо освещать. Но вопрос, как вы этот факт подадите.
Что, когда закончатся эти негодяи в полиции, что их ловят и ловят? Или говорить о том, что идет ощущение? Один и тот же факт можно подать по-разному. Андрей, вы теперь поняли, как вам писать на вашем сайте? Нет, ни в коем случае. Я никогда в жизни не говорил журналистам, что и как. Вячеслав Валентинович, это была злобная шутка, но никак не констатация факта. Вы действительно всегда очень корректно ведете себя с полицией. Констатировать такой факт у нас было на прошлой неделе межведомственное совещание всех правоохранительных органов, которые инициировал Дунас Тарас Емельянович. Вот. И там вот действительно он сказал, вот, ну, это факт, констатация факта, что мы, правоохранительные органы, сейчас информационно проигрываем. Вот это и ситуация вот, по опросу, который преступности нет делали, и вы, информационный фон, информационное поле. Сейчас мы живем в таком веке, где сейчас в соцсети, в Фейсбуке, телевидении, слушайте, интернет. Слушайте, да вы посмотрели опрос, в котором жители говорят, что они любят полицию. Это вы хотели сказать, что мы формируем ваш негативный нет, имидж? Нет, просто больше нужно показывать, чем мы занимаемся, что мы раскрываем. А то у нас один негатив, что вот не раскрыли, тяжкие там, хорошо, еще что-то. Показывать свою деятельность. Спасибо. Больше к людям. Спасибо. Вот я хочу показать сюжет, там уже даже задержали тех, кто нападал на Дениса Барашковского. Но история-то, собственно говоря, не в том. История в том, сколько времени Денис Барашковский шел к тому, чтобы в него все-таки выстрелили. Давайте посмотрим, и кто в этом виноват. Боротися можна за все добре проти всього поганого. А можна зачепитися за конкретну, начебто не дуже значну проблему і погрузнути по вуха. Тим більше, якщо йдеться про джерело чиєгось прибутку. Понад рік триває боротьба волонтерів, учасників АТО і просто громадських активістів за дотримання норм законодавства навколо і безпосередньо на автобусній зупинці біля міжміського автовокзалу на вулиці Пограничній, колишня Чигирина. Автовокзал поначалу открыто шел на конфликт с ветеранами АТО. Категорически не учитывал льготный контингент. До того ж, жодних податків і, що не менш важливо, автобуси, які рухалися у напрямку Одеси, заповнювалися безпосередньо на зупинці міського транспорту. Водночас маршрутки, номер 12 та інші, змушені були висаджувати і запускати пасажирів буквально на проїжджій частині. Підозрюють активісти цих перевізників і у більш серйозних правопорушеннях. Їх нежелання щось міняти і працювати в законному руслі вилилось в тому, що вони... Ну, мы так считаем, что они, ну, подозреваем их, они устроили поджог другим перевозчикам, которые работают в законном поле на автовокзале. Поджог автобусов. Ця зупинка стала місцем справжнього і тривалого протистояння небайдужих громадян і перевізників. Влада проблему ігнорувала. Спасибо Денису Барашковскому, он организовал наши, можно сказать, может громко сказано, массовые протесты. Мы позвонил, мы собрались и попытались как-то повлиять на эту ситуацию. Но видно, там хорошие деньги крутятся, потому что особого ефекту це не призвело. Як дізналися активісти, допомагали вести нелегальну перевозницьку діяльність співробітники Укртрансбезпеки. А кому деньги основные шли, хто хозяин этого всего беспредела, это вечный депутат Буркун, который возил своим транспортом тетушек в Киев, Орион Авто. Вот. Поэтому я был не удивлен. Приблизно півроку після наполегливих звернень до органів вже центральної влади перевізники не зазіхали на цю територію. Апофеозом протистояння став замах на Дениса Барашковського 12 квітня за дивним збігом одразу по тому, як він повідомив про те, що знову помітив на цьому місці маршрутку одеського напрямку. На нього нападають два кримінальних типа, стріляють в нього з наміренням, ну явно було наміренням, або дуже тяжело увечить или убить. Впоследствии патроны, которых полиция обнаружила в подобных же случаях, используются патроны, переделанные патроны под травматическое оружие, которые являются смертельными. Вот у Дениса такая же точно была ситуация, в него стреляли этими смертельными патронами, была пробита насквозь рука. Ну, то есть это говорит о том, что это патроны были не травматические.
Якщо підтвердиться версія про прямий зв'язок між боротьбою за дотримання закону на окремо взятій автобусній зупинці і збройним нападом на активіста, матимемо красномовний приклад того, яким тернистим є шлях до забезпечення законності. А скільки у нас ще таких, умовно кажучи, зупинок? Отже, я думаю, що і камери там були, і там, де підпалювали ці автобуси, і всі знали про цю зупинку. Втім, допоки Денис не достукався до Києва, нічого не відбувалося. І я думаю, що те, що зрештою відбулося, воно все ж таки стало слідством того, що нічого не робилося, або, і я впевнений, свідомо не робилося, щоб припинити це ще на тому рівні, де це можна було зробити. І тут, як бачите, зброєю тільки закінчилося. І знову ж таки, це страшно. Але починалося не зі зброї, починалося з величезних томів переписки, де я писав, скажімо, керівник Укртрансбезпеки, оскільки на це місце, де проводиться посадка пасажирів, не облаштована належним чином, вона не є платформою для посадки, тому ми не можемо на це вплинути. І так далі. Місто також, на землі якого це відбувалося, нічого не робило з цього приводу. Була така велика переписка між різними відомствами, казали, хто за це має відповідати. Ну, нарешті, відтепер знаємо, хто. Після того, як Макса Дениса вистрілили, ну, ми принаймні знаємо, хто відповідатиме за те, щоб зловити злочинців. До речі, їх зловили, скільки я знаю. Не знаю, чи будуть встановлені замовники, чи замовник. Втім, у будь-якому випадку, це також небезпека. Це небезпека, яка, як на мене, набагато страшніша, тому що це наочно доводить. Якщо ти будеш забагато лізти не в свою справу, то тебе підстрелять. Зупинять і навіть, можливо, посадять якихось наркоманів, якихось дрібних злочинців. Втім, ті, хто замовляв це, і далі будуть робити те, що вони хочуть. Скільки було розмов про те, що якщо створити комунальне підприємство-перевізник, яке саме буде укладати договори із маршрутниками, то зникне просто величезна поживна почва для корупції. Цього не відбувається, а ті, хто цим рулять, кажуть, а що ви хочете, що ми тут грубо розмовляємо з пасажирами? Ми ж не закінчували шкіл гардемарінів. І дайте нам більше грошей, тоді ми станемо ввічливими. А поки що, вибачте, як робили, що робили, так і будемо робити. І що найцікавіше, подивіться, пан Терьохін керував відділом транспорту у міськвиконкомі. Ну, саме при ньому багато чого такого відбувалося. Зараз він представник перевізника. Пан Волощанович зараз відповідав за інфраструктуру, оскільки я пам'ятаю. Зараз також представляє перевізників. Тобто ці люди ніде не губляться. І ми бачимо, це замкнене коло. Ну, я забагато сьогодні розмовляю, а Денис Борошковський забагато мовчить. То я думаю, треба вже час пом'ятися місцями. Будь ласка. Ну, на самом деле, конечно же, полтора года длительных переписок, то, что мы с вами показывали, да, все эти документы, звернення, в этом и есть проблема и не только безопасности, которая безответственность чиновников, которые не реагировали на официальные, обоснованные, юридически доказанные звернення о наведении порядка. Толкнули перевозчиков, нелегалов на криминальные преступления. То есть, конечно же, я уже могу сказать однозначно, что и подтвердил начальник полиции, что они уже знают, кто заказчик, по крайней мере, это они озвучили, и начальник полиции озвучил это публично. И я жду, что будет, конечно же, найден этот человек. Вот у меня есть подозрения, да, то есть из того, что руководитель компании «Орионавто» Буркун, имя отчество не помню, ходит по сайтам с разной информацией, именно только на меня, чтобы выходила эта информация, что я некомпетентный человек или еще что-то. Ну, на самом деле, может быть, у меня нет транспортного образования, нет там высшего образования, да, но когда я вижу, что есть проблема, это бельмо на лице города, там незаконная остановка, да, там нелегальное строение, и я об этом говорю, и я это обосновываю юридическим звернением, когда мне начиная от губернатора Мерикова,
кончая Гранатуровым еще, потом уже новым губернатором и мэром Александром Федоровичем Сенкевичем. Все отвечали, что это не их компетенция, а компетенция Укртрансбеспеки. И, кстати, полиция подтвердила, тоже у меня есть ответ и от полиции о том, что это наведение порядка, это в сфере деятельности Укртрансбеспеки. А ответы Укртрансбеспеки говорили, что это вообще не их компетенция. То есть, как бы, этот футбол и дает повод дать основание нелегальным перевозчикам решить вопрос физически. Поэтому слово «безопасность» — основа этой передачи, говорит о том, что у людей, которые что-то хотят изменить в этом городе, им надо хорошенько подумать. Или купить бронежилет, или запастись другом, который будет ходить рядом. Потому что чиновники, которые здесь рассказывают о том, я не хочу конкретно кого-то критиковать, о каких-то достижениях, они живут в другой реальности совершенно. Ну, на примере нашего губернатора, у которого там куча охраны, к нему не подойдешь, и 14 политтехнологов. Конечно, у него все хорошо и безопасно. А обычный человек, который хочет, чтобы жило лучше кому-то, он рискует жизнью в этом городе. Потому что здесь решаются вопросы физически. То есть могут устранить, могут напасть, могут убить, могут спалить машины. Этих машин около 20 за последние 4 месяца было. Ряду бизнесменов, ряду людей, там, я там знаю, кого-то поймали, кого-то идут расследования. Но, как бы, вы так сказали, то есть я полтора года что-то делал, чтобы нарваться на пулю. А я не хочу нарваться на пулю. Если бы я знал полтора года назад, что в меня будут стрелять, я подумал бы 10 раз, а надо ли это мне? А теперь другие подумают, надо ли это им. Совершенно верно. Поэтому я, если у меня есть эти зверны, я хотел бы, конечно же, чтобы и облдеш, администрация, и город несли ответственность за то, что происходит в городе, не на словах, и реагировали моментально на то, что здесь происходит неправильно. Тогда безопасность, ощущение безопасности к громаде, к горожанам, к нам, обычным людям, будет возвращаться. Спасибо. Евгений Матвейчук, сразу после истории. Да, пожалуйста. Как вы считаете, в общем-то, ваш путь в чем-то здесь начался с освещения ситуации, когда автобусы загорели. Скажите, а как вы считаете, Дрегер знает, кто автобусы ему спалил? Моя деятельность по нелегальному вокзалу началась полтора года назад. Автобусы спалили полгода назад, да, насколько я знаю? Хорошо, ваше мнение, вы общаетесь с человеком. У него есть общаетесь понимание, с каким? Кто такой Дрегер? Он в Николаеве? Я думаю, что это владелец автовокзала, на котором в том числе расположен ваш... Ну, с ними я не общаюсь. Вообще не общаюсь? Он что, в Николаеве живет? Не знаю, бывает. Приглашайте на встречу, если есть в этом необходимость, я не знаю. Хорошо, я слышал. Спасибо. Евгений Матвейчук сразу после истории с Денисом вышла в числе других активистов на акцию «Я следующий». Пожалуйста. Вийшла тут. Але суть в тому, що після цього факту, якраз після акція було вівторок, і вже в середу вийшла інформація про те, що затримані нападники. До цього Дениса тиждень, тобто була тиждень така тиша від місцевої влади, від облдержадміністрації, від правоохоронних органів. І тут в середу, тобто через тиждень і після акції на наступний день, ми отримуємо таку реакцію одразу. І дійсно була ця акція, вийшли люди, тому що насправді Дніс звірно сказав, що люди тепер починають думати, до чого приводить моя діяльність активна настільки. Тому що додати, крім того, що знову ж таки повертаюся до того, що починала представник прокуратури говорити про факти, про якісь звіти, про розкриті злочини. І якщо такі факти, як, наприклад, злочин нападу збройного нападу на Дніса Брашковського, попадає в список тих справ, які нібито вже розслідувані, то насправді це не так, тому що нападника насправді ще не затримано, не притягнуто до відповідальності, а значить ця статистика абсолютно неправильна і невірна. І поки в цьому місті не будуть притягнені до відповідальності люди, які скоїли злочин, то говорити про безпеку – це буде філософія скоріш. А коли правоохоронні органи будуть приходити на таку передачу, говорити, що по цьому факту, по Скворцовій, по Казімірову, по Барашковським, це факти розкриті, от тоді можна говорити про те, що
дійсно щось правоохоронні органи роблять. Конкретно. І до вас ще раз, Максиме, я все-таки апелюю, що в масовій інформації, типу, що є така, от створюється таке інформаційне поле про негативний образ поліції. Але якби на цьому інформаційному полі були яскраві факти розкритих злочинів, да, де криміналітети були притягнуті до відповідальності, то абсолютно була б картинка інша. Абсолютно. На сьогоднішній план, ви програєте в цій боротьбі за безпеку миколаївців. Пане Максиме, я дозволю собі заперечити останнє твердження Євгенії Матійчук. Ось пишуть глядачі. Передайте представителям поліції, представителю поліції, що він вже молодець, що приходить на ефір, не боїться відповідати на різні, в тому числі, неудобні питання. Все-таки щось міняється. Ми сподіваємося на переміни. Отже, пане Максиме, ви не даремно до нас ходите. Будь ласка. Я отдельно хотел поблагодарить непосредственно тех оперативников, которые задержали и участвовали в задержании. Я был в курсе. Несколько дней разрабатывалось действительно день и ночь мероприятие по именно задержанию исполнителей. И я знаю, сколько было много работы, потому что они приезжали в больницу, мы делали и опознание. То есть работа велась, и конкретно вот этой ланке средней уголовного розыска, да, или там какая сейчас, вот, я конкретно поблагодарить хочу этих людей и руководителя центрального, отработали они вот это начало, кончик этой ниточки, я считаю, правильно. Сейчас основное, конечно же, дальше это найти заказчика. Спасибо. Я думаю, что вполне возможно даже не найти, а доказать. Угу. Найти... Задержать. Так, у нас остается совсем немного времени, есть люди, которые совсем мало говорили. Вот Владимир Борисович, я так понимаю, есть что прокомментировать. Сергей давно тянет руку. Уважаемые гости, кто как бы не обозначает вашей готовности говорить, если вам есть что сказать, пожалуйста, тоже дайте мне это понять. Владимир Борисович, пожалуйста. У нас действительно состоялся очень конструктивный сегодня разговор, и я действительно рад тому, что мы увидели определенные потенциалы какие-то изменений и в патрульной полиции, и мы обозначили изменения в обществе, и мы четко понимаем, что на самом-то деле, наверное, надо лоббировать изменения в законодательной базе, работать с депутатским корпусом для того, чтобы все-таки действительно полиция получила возможности, а мы получили права. И тогда будет безопасный город, безопасное общество. Спасибо. Дмитрий Канарский, думаю, хотел что-то сказать. Я уже просто такое длительное время хотел что-то сказать, что уже очень много раз передумал. Мы все время ходим вокруг да около двух понятий, как я вижу. То есть мы говорим сейчас о низком уровне безопасности из-за того, что у нас в наличии бездеятельность правоохранительных органов и бездеятельность намеренная и ненамеренная. Намеренная называется коррупцией. Это слово только один раз здесь упоминалось Вячеславом Валентиновичем, и так, ну, в суе. И ненамеренная бездеятельность – это некомпетентность. Это то, что, собственно, ну, в большей степени присуще новым органам, это патрульная полиция, потому что они начинают только какие-то, набирают оборотов. А коррупция – это то, что свойственно больше старым каким-то, ну, ее элементом этой системы. И я хочу напомнить, ну вот опять же Максиму, потому что я, ну, я очень большие надежды возлагаю именно на патрульную полицию, потому что как на новых людей практически полностью, ну, по сравнению с другими. Вот ну, хороший пример, я надеюсь, это американская полиция. У них на значках написано, вот у вас написан номер, написано там полиция и герб. А у них на каждого на значке написано «служить и защищать». Это то, что если он вдруг забудет, что он должен делать, он смотрит на этот значок и понимает, что он должен делать. Поэтому разговоры о том, что там мы не будем стрелять собак или там мы не пойдем туда, потому что мы там не можем потом по какой-то бумажке, они, ну, мне кажется, не совсем правильные. То есть ваша задача – это вот посмотреть на этот значок, что на нем написано, и действовать согласно ну, какому-то там уставу, каким-то, может быть, расширенным правилам, потому что если вы этого не будете делать, люди все равно как-то придут к решению проблем. Проблемы не могут всегда существовать, это не длится вечно. Люди находят решение, и очень хотелось бы, чтобы это решение было действительно в законном русле. Возможно, это будет муниципальная полиция, которую мы сами себе придумаем. Это, собственно, как развитие каких-то дружинников там, и так далее, каких-то районных бригад, дружин.
Потому что проблемы есть, их нужно решать. И просто нельзя сказать, что ну, а у меня тут написано, что я этого делать не должен. И действительно, как вот с Денисом получилось, что все его футболяли постоянно. То есть эта бездеятельность, скорее всего, была намеренная. И это называется коррупцией, и нужно с этим бороться. И я вернусь еще к теме оружия. Я удивлен, меня действительно с самого начала передачи, я удивился, что представитель полиции, который занимается именно оборотом оружия, называет его оружием как насилие. То есть вы не говорите о нем как о защите. Вы, обладая им, говорите о том, что это насилие. Мне, который не обладает. Я им хочу обладать не для того, чтобы кого-то ходить там гонять, стрелять. Ни в коем случае. Только защита. И это логично, когда у бандитов это уже всегда было. И сейчас его стало значительно больше, вы знаете причины, по которым это произошло, то ну, у меня возникают опасения, что ну, вы же не придете меня защищать вашим табельным оружием, правильно? Вы им защищаете, возможно, себя только. Ну, а может, еще кого-то. Но почему-то не говорите. Почему-то называете его, когда обо мне говорите, то говорите о насилии. Я не собираюсь насильничать, я собираюсь защищаться. Вот да. Сергей Стужука замечательная, он в двух ипостасях, и бывший сотрудник милиции, причем достаточно такой серьезный, и с другой стороны, ну, такой активный общественный деятель, так что он как бы видит ситуацию с двух сторон. Пожалуйста. Спасибо большое. 23 года я проработал в системе МВД. Было больше 2 лет, я уже не работаю, занимаюсь другими вещами, в том числе общественной сферой. И могу на эту действительно проблему посмотреть с разных сторон. Сразу вступлюсь за полицию. Вы говорите оружие, насилие, а я хочу оружие. Это вопрос терминологии. А при помощи чего мы при помощи оружия можем защитить себя? Какой-то облачный этот вот, при помощи насилия, да. Рукопашный бой – это насилие. Защитить себя при помощи насилия. Поэтому, я думаю, это не проблема в этом вопросе. А я вот здесь хотел бы сразу подчеркнуть вопрос, поддержать вопрос недопустимости распространения сейчас оружия. Я думаю, что именно здесь подноготная этого была вопроса. Нельзя сейчас разрешать оружие людям. И самое главное, что делать людям? Дело в том, что есть законодательный, разрешенный целый ряд вооружений, которые доступны сегодня. И если люди не знают об этом, то надо обращаться. Как минимум, правоохранительные органы нет, то у нас есть создано общество сейчас уже, потому что у нас действительно очень много проблем, которые не только обеспечивают защиту, но и самое главное просвещение. Какое оружие? При помощи чего можно защитить свою жилище, свою семью, а это даже нарезное оружие есть, это есть целый ряд вещей, которые можно носить с собой в сумки и так далее и тому подобное. Защитить достаточно, потому что сегодня, если разрешить оружие, это будет полный хаос. У нас неразрешенного оружия очень много, а если еще мы разрешим, это будет перестрелка. Я прекрасно общаюсь со всеми полицейскими мира, я в том числе и больше всего с американскими, проблем у них тоже хватает. И за эталон можно брать, но поверьте, они иногда нам завидуют. И я вам хочу сказать, что здесь вот Евгения Матейчук сказала, что вы когда задерживаете, вы не думаете о средствах массовой информации, как вас будете представлены, а думайте про соблюдение нормы. Согласен, да, нужно. Но и о том, как это будет смотреться в средствах массовой информации, тоже нужно думать. Полицейские Америки об этом всегда думают, и у них разные меры применения в зависимости от того, как это будет смотреться. Потому что в зависимости от того, как это будет изображено через средства массовой информации, преступник может уйти от ответственности. И сразу здесь хотел сказать, к сожалению, нужно констатировать сегодня, я хочу порадовать журналистов на сегодня, реально сейчас 2 человека, полицейский, неважно на работе, либо вне службы, и журналист, если будет одинаковое нападение на них совершено, больше шансов достичь успеха в восстановлении своих прав и наказании преступника у журналиста. Именно у него инструментов больше из амплуа. Но в то же время, все-таки, я, чтобы не, для объективности хочу сказать, был тут вопрос сказан, что полиция сегодня все-таки проигрывает борьбу в медиа. Все-таки хуже она смотрится, больше минусов, больше, меньше плюсов. Да, это так. Но здесь как раз апеллировать к средствам массовой информации нету смысла. Я уверен, что это работа тех, кто хочет, чтобы они были сделать. И то, что вы сегодня, кстати, приходите на передачу, это самый главный плюс. Это самый главный плюс. Ну, этого мало. Нужно показывать ярко свою позитивную работу. Иди на контакт с журналистом. Я бы пригласил бы реально всех журналистов, каналов и медиа в интернете и сказал бы, что вам давать. Может быть, первее нужно давать им информацию свою. Может быть, детали, которые позволяют. И тогда, возможно, я думаю, оно бы изменилось бы. И в завершение, все-таки, чтобы не забирать, хотел бы сказать, что
Да, наверное, все, я уже и сказал. Спасибо. Ну, я, кстати, должен сказать, что вот как журналист, ну, просто могу снять шляпу перед Максимом Охромеевым, потому что настолько открытого начальника полиции, как Максим, у нас не было еще никогда. И это, собственно говоря, дает мне возможность и просто даже обязанность предоставить вам по две минуты всем нашим гостям для того, чтобы подвести итог программы. Ну, Максим, с вас и начнем. Там мне, наверное, две минуты много будет. Я, наверное, с чего начал, тем и закончу, что, обращаясь к жителям города, давайте все делать наш город безопасным. Безопасным, чистым, не надо лишний раз там, выбрасывать бутылку куда-то там на асфальт, в газон, либо еще какие-то предметы, мусорить. И сам вот, наверное, по теории разбитых вот, окон, наверное, если мы будем в чистоте город держать, то уже будет безопаснее. Если мы, очень важно, и хотелось бы как раз обратиться к гражданам тоже, очень много преступлений, связанных с людьми в сильном алкогольном опьянении. Вот, очень много преступлений, если мы говорим за безопасность, это грабежи, кражи. В основном то они и происходят с теми людьми, которые употребляют. И потом, когда с ними происходит неприятная ситуация, они даже не могут объяснить, где, когда и что. Поэтому тоже употребление спиртных напитков к хорошему не приводит. И это, соответственно, портит весь имидж города и негативно влияет на имидж как безопасного города. Вот. Поэтому все вместе только... мы достигнем результата какого-то. Не только правоохранительные органы. Дякую, Максим Володимирович. Юрій Петрович, ваші дві хвилини можете використати цілком, можете поділитися з Вячеславом Валентиновичем. Дуже було правильно сказано, тому що одні поліцейські, там, или сотрудники СБУ, или сотрудники прокуратури, якщо ми маємо хотіння там, і намір ісправити положення, а якщо граждане будуть оставатися равнодушними, то ничего хорошего из этого не произойдет. Все правильно, надо собраться всем вместе, вести себя на улицах так, как вы ведете себя дома. Вы же не позволяете дома кидать окурки на кровать там, или на ковер. Не позволяете там, ругаться матом на детей. Ну вот давайте с себя начнем. А там, где порядок, там, наверное, будет и безопасность. Там, где... будет неравнодушие, там, наверное, тоже будет безопасность. Ну, там, где любовь, там тоже будет безопасность. Так что все мы должны вместе взяться и друг другу только помогать в этом плане. Но патрульная полиция будет заниматься улицами, разрешительная система учетом оружия, а население вовремя информировать на какие-то происшествия или, может быть, намерение совершить преступление. Что, кстати, было здесь сказано насчет профилактики. Лучше не допустить, чем потом раскрывать. Денисе Володимировичу, до речі, тут глядачі пишуть, що щодо вашого іміджу, або ганяєте вашого прес-секретаря, або заведіть, якщо не маєте. Вячеслав Валентинович, ваші дві хвилини, будь ласка. Не знаю, даже как, я наоборот не знаю, як вложитися в дві минути. Ви знаєте, в роботі поліції дійсно є дуже багато об'єктивних проблем. Якщо говорити про профілактику, то я вам скажу, що тут робота завжди строїлася во многом на участкових. Зараз недобор участкових скільки? Процентів 40. И в том числе, даже если бы прибыл на вызов первого участкового, он уже изначально знал, от кого что ждать. И вот бы изначально правильно оценил ситуацию. И это и есть проблема. Есть недобор следствий. Несколько конкурсов объявляются. Сейчас эта проблема выправляется объективно в Николаевской области. И тем не менее, все равно недобор. И следователи перегружены количеством дел. И естественно, быстро расследование идти не будет. И когда после этого всего, почему? Люди не спешат идти в полицию. Потому что ты сразу становишься, ну, изгоем каким-то в обществе. На тебя пальцем показывают. Тебя там каждый там норовит как-то там, грубо говоря, словом обидеть. И здесь я думаю, что нам всем правильно все-таки говорить людям спасибо, когда они делают хорошо и качественно свою работу. И нам всем вместе надо делать так, чтобы повышался престиж этой профессии. Тогда туда будут идти нормальные люди, там будут качественные кадры, и тогда будут какие-то качественные изменения. А если туда идет только тот, кому все равно, что об него там, грубо говоря, там в общественной плоскости ноги вытирают, я прошу прощения всех, но ну, так
так получается, то это будет проблема. Еще я хочу от себя сказать. У нас в преддверии майских праздников, я хочу обратиться к жителям, 9 мая, действительно возможны всевозможные провокации. Я знаю, что милиция четко отработает вопросы касательно соблюдения того же закона про декоммунизацию. Тем не менее, я прошу терпеливее отнестись к ветеранам. И я прошу жителей, не ведитесь на разные провокации. Давайте проведем праздники тихо и мирно. Спасибо. Дякую, Слава Валентиновичу, дякую Максиму Володимировичу, Юрію Петровичу, усім нашим експертам, нашим гостям. Як завжди, під кінець передачі розійшлися, а вистачно виявляється, що немає часу, хоча є ще багато чого сказати. Втім, це не остання наша зустріч, і я думаю, що за порукою того, що вона таки не остання, і вона таки буде, наступні зустрічі також будуть конструктивними і плідними, є в тому, що керівники і відомств, і керівники області все ж таки приходять до нашої студії для того, щоб ось так безпосередньо поспілкуватися з миколаївцями. Адже ми працюємо для того, щоб наша все, що у нас відбувається, було якомога більш прозорим і, зрештою, якомога більш безпечним. Як ви дуже добре сказали, там, де є взаємоповага, там, де є любов, там є і безпека. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. До побачення.